я человек был полный пороков. Настолько запутался, настолько где-то ошибся, что, ну, извините. Я именно хочу подождать, когда люди сами скажут: Никита, возвращайся. Я все равно Мартин Иден, я все равно Лопахин, я все равно здесь чужой. Критиковать меня можно, но в кадре со мной боятся соперничать. Дайте кого-нибудь, кто со мной посоперничает. Кстати, твой коллега Иван Янковский. Я вас всех отшиваю. Миллиона человек нет доступа к главным ролям. Янковский этот, этот. Я когда поступал, мне говорят: о, второй Прилучный приехал. Я говорю: я буду лучше, чем Прилучный. Что и Паша, что и я, мы дорываемся до славы. Ну привет, ребята, привет. Мое отношение к детям именно потому, что я в детстве много вытерпел. Моя задача сейчас их защитить. Кто, на твой взгляд, гений? Наверное, я отвечу как Сарик Андреасян, Никита Калагривый. Ох! Ну что, ты меня ждал? Конечно, ждал, дорогая. Емеля, ну что, спускайся. Залазь ко мне сюда. Друзья, ну что, опа, мы в Новосибирске. Мы дома. На родине у Никиты. Ой. Мы сюда специально прилетели, чтобы снять прекрасный город. Ну, интервью, я думаю, что сегодня будет что-то интересное. Ой, ты я заготовил, надеюсь, для нас. Я заготовил фишек для вас всякие истории из своего детства, из своей юности. Со мной тут мои близкие друзья. Да, тут, кстати, огромная компания. Я думаю, что вы еще в процессе увидите, да, эту компанию. Так что я надеюсь, что вам это будет интересно познакомиться вот с 100%. Таким Никитой Калагривым. Да. Домашним, так, да, скажем. Мне, кстати, сказали, что обычно в это время года здесь минус 20. Так будем ходить, да, с тобой сегодня? Да. Ну так мы греемся, на самом деле. Да. Ты должен быть привычным к таким холодам. К морозам? Да. Но ты знаешь, я всегда всем говорю, когда я тепло одеваюсь, мне говорят: ты же сибиряк, ты почему так тепло кутаешься? Я говорю: а потому что я знаю, что бывает очень холодно. Поэтому, вот, кстати, извините, уйду от темы, вот эти вот динозавры. Ну? Это и вот эти динозавры, это самое мое первое впечатление детства. Я в детстве мечтал быть палеонтологом и хотел изучать динозавров, хотел присутствовать на раскопках, на археологических всяких объектах. И я вот помню, они меня повергали в такой трепет. Ты приходил сюда и, да, видел вот этих динозавров? Да, папа меня поднимал, я хватался за эти зубы, я помню, пытался. Ну, есть другие динозавры, не за эти конкретно, но... Вот мне это всегда доставляло какой-то восторг детский. Я вот восхищался, такие эти динозавры огромные. И вот именно Новосибирский зоопарк дал мне эту любовь, так скажем, каким-то вот ящерам. А ты сюда часто приходил в детстве? Да. Это любимое место. Летом здесь потрясающе. Это самый большой зоопарк, который я видел вообще в России. И нам, кстати, сказали о том, что здесь есть какие-то виды животных, которых нет нигде в мире. То есть тут какие-то эксклюзивные, уникальные, да, животные. Мало того, что в Новосибирском академгородке, там, знаете, у нас же разводят мышей, там создают генетических. Ну там вообще лаборатории, я так понимаю, что и вакцины тоже там производились. Конечно, и коронавирус, и все-все-все. То есть здесь, я имею в виду вакцина от коронавируса. А здесь, конечно, о, видите, катаются с горки. Здесь, помимо того, кстати, что... надо сказать, поправочка. Мы пришли очень рано в этот зоопарк. Здесь пока еще ничего не началось. Сегодня масленица. Да. Сегодня в 12 часов здесь будут гуляния. Нам сказали, что будет 5000 человек. Но мы как-то проскользнули до того, как вот эта толпа сюда придет. И чтобы тебя не разорвали тут по дороге. Ну, это правильно, на самом деле. Хотя мне кажется, что из-за погоды вряд ли... в одном отеле, в разных номерах, ну так, если что. Я, значит, внизу сижу и вижу, Никита идет с толпой людей. Я ему делаю так, типа: привет, Никита. Ну, думаю, что, ну, что заранее это должен был как-то меня запомнить, как я выгляжу. Да, я причем заранее тебя видел. Да, ну я... вот как бы, да. Так вот, я, он мне улыбнулся,
видимо, подумал, что девочка какая-то подкатывает. Хорошенькая. Тебе частенько девочки сейчас подкатывают? Да, слава богу. Ну, это то есть раньше такого не было? Не было, конечно. С какого момента это произошло? Это начало происходить по большей части, наверное, после моих интервью. А, вот этих знаменитых твоих последних. Да. То есть после этого у тебя такой, знаешь, новая волна популярности пошла. Да. Даже не после слова пацана, да, наверное? Да нет, слово пацана вообще катализатор. Ты знаешь, это такой катализатор, который для всех случился, я думаю, и для команды, и для каждого артиста в частности. И, конечно, я не ожидал такого успеха. И я считаю, что как бы спасибо слову пацана за то, что он мне дал дальнейший путь развития. Mm-hmm. То есть это интервью, да, это СМИ, это то, чего я не имел до этого, а это я сейчас понимаю, как важно. Я сейчас понимаю, ну, я не думаю, что каждое слово могут перевернуть, вырвать из контекста настолько. То есть я когда думал, ай, желтая пресса, думаю, господи, что на нее все жалуются? Так, желтая пресса и желтая пресса. А сейчас понимаю, думаю, ага, это вон как может быть. Ну, мне кажется, ты прям столкнулся с травлей в какой-то момент. Да, конечно, ты знаешь, мне самое обидное, когда детей куда-то вот тянут, то есть моих как бы поклонников, моим именем, когда их, к примеру, куда-то, а вдруг там опасность, ты понимаешь? Я когда вижу фотографии, там, мы ждем Никиту, и вот тут у меня как бы сердце падает в пятки, потому что меня там нет. Mm-hmm. Ну, понимаете, меня там нет, а меня ждут. И вот эта ответственность, конечно, она больше всего меня тревожит, что меня смотрят дети, я этого не ждал, не ожидал. То есть я понимаю, что это миссия в каком-то роде. Ну, то есть я теперь понимаю, что я себе не принадлежу до конца. С этим я тоже еще не готов, ну, согласиться, потому что я как бы хочется же быть, да, там, ну, делать выбор самому. То есть, а сейчас я понимаю, нет. Я не могу там где-то себя отпустить, еще что-то, потому что будут видеть. Да, ну, то есть расслабиться до конца дети, сейчас конечно. Невозможно. Ну, а ты, когда здесь ходишь по улицам, гуляешь, к тебе часто подходят? Сейчас, да. Но сейчас, вы знаете, я такой хитрый. Я хожу вот с ребятами, с охраной. Вот они со мной идут, мерзнут. Привет, ребят. Мы уже поздоровались. Да. Это Александр, Леша. Леша. У нас все просто. Значит, это твоя охрана здесь местная? Да, или мы ты... сейчас тут познакомились, да. Ага. Вот, посмотрите, какой красный нос. Вот. Нормально себя ведет, прилично. Никого не обижает. А, я ж получил. Хорошо заплатил, видимо. Я думаю, в чем дело? В том, что это эффект этого комка снежного. То есть кто-то пошел фототься, им же сам факт движения нравится. Ну, то есть молодежи. Сам прикол, что... А что, типа, увидели и уже, знаешь, конечно, когда... И я думаю, там большинство не мои фанаты, а им просто вот это вот... Интересно. Просто это полностью вот ажиотаж. Мы на эту улицу стоим! Там есть, давайте, а так. А у меня с той стороны можно? Или там не видно? Там не рисует, он плохо рисует. Хорошо, спасибо. Можете один написать для Оли? У меня подруга очень фанатка большая. О, спасибо! Да, здорово, красавчик, давай. Где твоя фотка? Где телефон? Здравствуйте. Так, забираем. Спасибо. Иди сюда. Спасибо большое. Да не за что, не за что. Можно, конечно. Она может? 500 рублей, девчонки. Очень хочется немного постройнеть после зимы. Поэтому я вернула в свою жизнь спорт, сократила потребление калорий, на время забыла о сладком и ем больше овощей и белковых продуктов. А особенно я люблю ветчину кампана из грудки индейки от Indie Light, которая уже обжарена на гриле с помощью уникальной технологии бренда. Ветчина из индейки богата белком и содержит всего 2 грамма жира на 100 граммов продукта. Также в ней есть витамины группы В, железо, магний, калий и цинк. И посмотрите на этот разрез. Видны цельные кусочки филе индейки, что делает ее такой вкусной. А на завтрак я люблю побаловать себя омлетом со свежими овощами и ветчиной от Indie Light. Готовится блюдо очень просто. Жарим яйца на небольшом количестве масла, выкладываем их на тарелку вместе с рукколой, овощами и, конечно же, ломтиками ветчины. А с чашечкой кофе получается идеальный и вкусный завтрак. Ознакомиться с продукцией Indie Light можно по ссылке в описании. Такое ощущение, что ты, знаешь, рок-звезда,
Ой, у меня у самого такое ощущение, вы знаете, я с этим только встречаюсь, знакомлюсь. Это мне иногда от этого неудобно очень. То есть как будто бы ты не чувствуешь себя комфортно. Вот я как будто не чувствую, что в этот момент я – это я. То есть появляется какой-то другой Никита, и от этого колоссального количества внимания и ответственности вот я иногда как бы, знаете, как будто из сна выхожу. Вот когда я один дома, я думаю, господи, это я сейчас там это говорил? Кошмар какой. Ну вот я думаю, что это путь всех людей, кто сталкивается с, ну, с такой публичной жизнью. И я думаю, что необходимо напороться, набить шишки 100%. И пускай люди смотрят на меня и учатся, как не надо делать. Это тоже важно. Никит, за последние полгода ты стал просто главной интернет-звездой. Все мемы посвящены тебе. В принципе, все СМИ писало только о тебе. Вот как на тебя это повлияло? Устал. Честно скажу, устал от внимания бесконечного, от того, что я нахожусь под увеличительным стеклом. То есть все мои действия, все мои, так скажем, высказывания расцениваются. И иногда преподносятся совершенно не так, как я говорил. Но я понимаю, что это мой новый путь взросления в творческой жизни. Поэтому я вот стараюсь сейчас все грамотно взвешивать перед тем, как сказать. Месяц назад такого не было. Ну, ты пожалел о том, что ты сказал на каком-то из интервью? Нет, ни в коем случае. То есть нет. Все слова, которые ты говорил, ты за них отвечаешь? Конечно, конечно, безусловно. Вопрос в том, что я реакциям некоторым удивлен. Реакциям коллег? Да. И я, как бы, конечно, теперь сказал бы более философски, так скажем. Но мнение мое остается тем же. Ну, каким реакциям ты удивлен и что тебя задело больше всего? Да меня вряд ли что-то задело. Просто всплыли люди, которые думал, что ко мне хорошо относятся. А оказалось, что они использовали повод, когда увидели слабость где-то мою, чтобы поднадавить или как-то еще что-то. Ну, то есть такие слабости свои показали некоторые люди в моем окружении, но это... Ну, это какие-то публичные люди? Логично. Нет, да вы знаете, у меня не так много близких людей публичных. У меня это все по большей части из работы публичные люди приходят, поэтому нет, это просто вот знакомые, хорошие знакомые, которые испугались определенных вещей. Вот это, конечно, интересно, но... Испугались того, что у тебя хейтят. Сейчас... Хейтят. Что хейтят? Угу. Ну, как бы все хейтят. Ну, его нафиг. Вдруг мне попадет частичка. Подожди, а ты сам ощутил на себе вот эту травлю? И только вот в интернете. Но ты читаешь это все? Когда, ну, конечно, когда я увижу, мне интересно, до чего доходит фантазия. А так, на улице в основном это все позитивные разговоры. То есть с людьми, которыми я встречаюсь лично, все хорошо. Насколько у тебя вырос гонорар за последние полгода? На 100 тысяч. Ну, то есть не сильно много. То есть некоторые подняли себе в 3-4 раза. Нет, такого непозволительно. Я все прекрасно понимаю. Я свой ценник дам обязательно, чуть позже. Я еще не наработал на него, я считаю. Действительно. Я считаю, что я пока о себе только заявил. И надеюсь, для умных людей они видят, что это адаптация к миру, в который я попал. Потому что я все равно Мартин Иден, я все равно Лопахин, я все равно здесь чужой. И поэтому у меня такие реакции на все провокационные. И я жду, что как бы кто-то увидит из взрослых учителей, режиссеров, кто еще у нас есть и остался, и обязательно со мной... Ну, мне очень важна поддержка Сергея Безрукова. Он, кстати, вы же с ним в хороших отношениях. Он пишет, мне поддерживает, иногда журит. Да. Он, как никто другой, может мне помочь, потому что он с этим сталкивался, с бешеной популярностью. Да, такой популярности, как у «Бригады». И у Безрукова. Безумной. Да. Не было ни у кого, кроме Сергея Бодрова с «Братом 2». То есть, мне кажется, вот и ваша популярность после слова «пацана» вот как-то вот можно похоже, ее примерно да, сравнить. Да-да-да, прогремело. Я его слушаю, конечно. Мне нравится, что он видит в этом какой-то, видимо, где-то себя, может быть, он видит, либо еще что-то, но он, ему
не зазорно мне помогать. А это мне говорит о человеке, что он явно меня не боится. Ну, то есть, значит, это важно. Со стороны вот так, когда это мнение, очень важно. И он тебе вот писал после того, как услышал какие-то твои высказывания? Что он написал? Да, я точно не помню, что поговорить надо, встретиться. Ну, что-то с юмором все. И он со мной говорит, что я шашки рублю. Видишь, Никитос, не руби шашки, не руби шашки, Никитос, мой брат. Ну, это другая история. Вот, конечно, слова. Но он артист большой, большущий артист. И он, конечно, фанатик. Своей работы 100%. То есть то, как он фанатик, живет этим всем. Как Райкин, как... Ну, да, как Райкин, Константин. Но они которые... намного больше фанатики, чем я. Они прям, ну, действительно, он там знает кучу всего. Насколько он начитан. Ну, подожди, ну, во-первых, у вас разница в возрасте большая. То есть я думаю, что все впереди. Возможно, ну, все равно. И все равно. Я думаю, что он был более старательный ученик. Время другое было. Знаешь? А я разгильдяй. И у меня это... Ну, мне, не знаю, мне это помогает. Есть актеры от головы, а есть актеры от интуиции. Вот я актер от интуиции. Я знаю, что нечего планировать, потому что площадка — это живой организм. Сегодня лавочка здесь, завтра ее украли, постанцы нечаянно покрасили, еще что-нибудь, и это все у тебя перенесется в другую локацию. И ты должен как бы этот, всю эту придумку быстренько переставить в другую локацию, как трафарет. А многие артисты так не способны. Они себе как придумал, или вот в одной интонации говорит дубль, и вот так 10 одинаково. Я говорю, хоть бы это, изменил хоть что-то. Не, по барабану. Вот это значит, что человек вообще не своим делом занимается. Он в жутком стрессе находится. Потому что именно элемент импровизации и чего-то придумывания, мне кажется, в этом и есть творчество. Каждый раз, когда я собираю чемодан в путешествие, боюсь забыть что-то из вещей. Но идеальный отпуск начинается не с упаковки чемодана, а с правильного выбора тура и места, где его купить. От этого зависит качество и сам отдых. И обычно сделать правильный выбор мне помогает Level Travel. Турция – комфортное и популярное направление для летнего отпуска. И пока все хорошие отели не разобрали, надо успеть выбрать. Предложений очень много, но фильтры упрощают процесс поиска. Рейтинг отеля, цена, доступные акции, любимые курорты. Большой выбор легко сократить до самого нужного. Подсказки про отель, оценка реальных туристов, а их на Level Travel уже более 500 тысяч. Даже турагент не нужен, чтобы увидеть предложения всех крупнейших туроператоров и узнать цены на одно и то же направление. Сравнить и быстро забронировать подходящий вариант можно здесь в любое время и без лишнего общения. С помощью сервиса я легко могу найти выгодное предложение, получить поддержку 24/7 даже во время путешествия. А еще и баллы кэшбэка от Level Travel – это вдвойне приятно. Поэтому я всегда уверена, что выберу для себя самое лучшее. Ищите свой тур на Level Travel, а чтобы он был выгоднее, держите промокод LEVEL24 на 5000 рублей на любой тур от 100 тысяч рублей. Он действует целый год в любом направлении. И идеального вам отпуска! Леонид Ярмольник, после того, как ты сказал в каком-то интервью, что ты не считаешь Смоктуновского и Абдулова гениями, и что ты вполне себе мог бы лучше сыграть их роли, вот он сказал, что твоя карьера на этом закончена, что ты можешь уходить из профессии. Тебя эти слова обидели? Нет, я их не слышу. А, то есть ты первый раз от меня слышишь, что я это сказал? Да. Ярмольник прекрасный артист, по-моему. Ну что ж, мне много говорили бросать профессию. Самое главное, что сейчас из-за моего имени воскресли старые слухи, и артисты, и корни там говорили, что-то там корни высказывались. Группа корни? Да. А я их песни пою на гитаре, так что меня это... Там еще Атар Кашнашвили, но он, кстати, тебя сначала поддержал, а потом... Когда ты вчерашнего любимца вываливаешь грязи, должен заметить, это действительно выглядит пошло, как наезды Кологривого, играющего, повторяю, хуже, чем мой кот. А уверенного в себе, как никто другой, ладно бы он был хоть хорош собою. Но это же... Атар? Да. Самый мой любимый
Атар потрясающий. Я ему написал спасибо за... Я видела, что вы подписаны друг на друга. Я написал ему, что спасибо за такую поддержку. Я считаю, что он именно поддерживает меня своим отношением, своей иронией. И он сначала защитил, потом загнобил, потом опять защитил. То есть у него там мнения гуляют, и мне это нравится. Но он интересный, интереснейший человек. И я очень рад, что он обратил на меня внимание и в таком контексте обо мне рассказывает. Ну вот если говорить, все-таки вернуться к твоему высказыванию относительно Смоктуновского, да, и Абдулова, которые признаны просто секс-символами того времени, советских лет, и более того, у них много выдающихся ролей. Конечно, глобально. Тебе просто не близко, да, то, что они делают? Мне не близка их органика существования. То есть они все равно размеренные артисты. Ну, Абдулов в меньшем степени, но Смоктуновский, вот с кем я не общаюсь, вот есть Гамлет у него. Да, Гамлет, конечно, известный. Да. Та-та, та-та. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Вот такой ритм, от которого я засыпаю. Я не включаюсь туда никак. То есть это совершенно другая природа. Моя природа — это Олег Даль. Вот если сравнивать этого артиста, это мне вот... я не знаю, если там... Ну, отпуск в сентябре. Вот это моя... Это для меня высший пилотаж. А кто еще тебе нравится из Филатов. Советской школы? Филатов. Филатов. Потом мне нравится Шукшин. Мне нравится Караченцев, безусловно. Вас даже сравнивают очень часто. Да, когда Кучерявый, тем более. Да, фотографии сравнивают ваши, ставят. Николай Караченцев, потрясающий артист. Тилю Линшпигель. Сергей Анатольевич Голомазов делал этот спектакль на Малой Бронной. Захаров приходил, смотрел. Для меня это большая честь, сложнейшая работа, роман и Шварца пьеса. Ну, то есть я, конечно, рад, когда меня с ними... Но это то вот... есть тебе это льстит? Да. И, конечно, Миронов, конечно. Ну, вот наша школа... Андрей Миронов. Да, Андрей Миронов. Безусловно, еще такие артисты, как Юрский... Вот молодые его роли, да, то есть, ну, актеры острого характера, то есть актеры очень подвижные в своей внутренней природе. А кто играл? Зельдин играл «Преступление и наказание», нет? Тараторкин, спасибо. Да, ребят, «Преступление и наказание» Тараторкин. Да. Вот он играл Раскольникова, а Смоктуновский играл Порфирия, да. Вот эта роль мне очень нравится в Смоктуновском. Ну, да, такой тоже тяжелый фильм такой. Так же, как мне трудно смотреть Тарковского. Хотя я очень люблю некоторые фильмы. Но я действительно считаю, что это надо смотреть в периоды депрессии каких-то. Видишь, потому что, мне кажется, тебе тяжело, видимо, дается смотреть что-то, что долго развивается. И когда я неусидчивый. Это... Видимо, я да. Неусидчивый. Тебе хочется, чтобы динамика какая-то была. Да, безусловно. Меня поэтому Тарковского тяжело. То есть тебе просто не все нравится. Не, мне просто, я и говорю, мое ощущение. Вот то же самое, что меня спросят. Ты любишь боевики? Или вот триллеры. Я скажу, боевики. И что это? Сразу значит, что триллер — это фигня? Нет, просто мне ближе органика других артистов. И я не восхищаюсь, как все, этими артистами. И считаю, что имею полное право ими не восхищаться. И половина людей с ними-то фильмов не видели. Но меня уже обосрали. Типа, ой, как же он про Смоктуновского. Хоть фильм-то видели. Ой, как же он про Смоктуновского. Хоть фильм-то видели какой-то с ним? Я посмотрела на Кинопоиске, что у тебя в ближайшее время выходит 11 картин. Это ж сколько нужно работать, чтобы это все производить? Много надо работать. Я люблю работать, но я абсолютно не умею отдыхать. И, конечно... Но это же путь к выгоранию. Вот. Прямой. И, конечно же, я начинаю осознавать, что это случилось со мной. Как бы я там не бравировал, да, то есть, что бы я там ни говорил, я понимаю, что я просто устал находиться в определенном одном и том же состоянии и ритме. Ты как будто бы в такой гонке, как будто бы ты боишься, да, что ты что-то то ли не успеешь. Да. Почему так? Не знаю, может быть, я чувствую, что мой век короткий будет, и мне надо успеть. Актерский век? Почему? Я актерский, человеческий.
Почему? Ну, а откуда это у тебя такие одному. Мысли? Ну как откуда? А, от пути, по которому я иду. Я же понимаю, что кому-то дается это, а кому-то не дается. То есть все люди, которых я, так скажем, на чей путь я смотрел и стремился, они все очень рано сгорели. Но они все для меня невероятное уважение вызывают. Это ты о ком говоришь? Да, это, господи, Высоцкий, Олег Даль. Там, я не знаю, Хит Леджер, там, например, да? Меня часто сравнивают с Хит Леджером, с его образом жизни. Ну, если ты это осознаешь, ты же можешь что-то изменить? Конечно, я именно это и делаю, но я просто... Это, ну, мой ответ на вопрос. То есть как... Почему я это делаю, почему я столько работаю, не могу успокоиться. Мне как-то Кирилл, кстати, Плетнев сказал, что говорит, Никит, ты все уже сделал, не бойся. Ну, это у тебя такой синдром перфекциониста. Ну и самозванца, знаешь, как будто бы ты не можешь поверить, что это происходит с тобой, и ты как будто бы каждый раз должен утвердиться в этом. Конечно, конечно, безусловно. И это я нахожу, что я сейчас изучаю психологию, прохожу там различные комплексы свои. Там, да, у тебя есть психолог, кстати, да, ты где-то говорил. Психолог прекрасный. Ты регулярно общаешься? Стараюсь. Стараюсь регулярно. Он тоже терпит всяческого рода всплески неадекватности с моей стороны. Но я думаю, что мой успех — это сейчас катализатор психозов всех, которые во мне есть, потому что я иногда, знаешь, просыпаюсь с утра и чувствую, как обо мне думает большое количество человек. Прям физически? Да, я прям физически ощущаю разные степени наполненности энергетическую. И это, конечно, иногда меня просто, ну вот, я человек чуткий к этому. Я очень многие вещи делаю не по логике вещей. Интуитивно. Интуитивно, да, всегда так. И играю так же в кино. То есть у меня нет никаких продумок про... Я ничего не прописываю себе, я ничего не учу. Да, ты говорил, что ты не особо учишь роль. Вообще не учу. Я это читаю все на гриме. Не перестаю поражаться тому, какие крутые проекты строят в Москве. Еще 10 лет назад невозможно было представить, что в одном жилом комплексе будет все, о чем можно мечтать. Премиальный спортивно-оздоровительный кластер «Союз» от девелопера «Родина» — это не просто квартиры в жилом комплексе у метро «Ботанический сад» и ВДНХ. Это место, где есть все для активного образа жизни, спорта и отдыха прямо у вашего дома. Здесь каждый найдет что-то для себя. Пространство для 20 видов спорта, включая бассейн, футбольное поле, хоккейную арену, теннисные корты, площадки для волейбола, баскетбола и многое другое. Но в этом комплексе ценится не только спорт, но и комфорт. 40 разнообразных планировок, среди которых есть квартиры с террасами и пентхаусы. И все это в окружении лесопарковой зоны для тех, кто ценит природу и тишину. Представляете, вы просыпаетесь утром, делаете несколько упражнений на своей террасе с видом на парк, потом идете на тренировку в бассейн или на теннисный корт, а вечером спокойно гуляете с семьей по парку прямо у дома. Не жизнь, а настоящая мечта, которая может стать вашей реальностью. И самое интересное, сейчас стоимость квартир начинается от 15,5 миллионов рублей. И есть беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом всего 5%. Подробности по ссылке в описании. Ну а ты вот, когда читаешь сценарий, ты можешь понять и определить, что этот фильм в итоге будет хорошим? Если не лукавить, то да. А, то есть прям реально. Ну а вот когда у тебя не совпало твое ожидание, то есть ты думал, что это будет бомба? Слово пацана. То есть ты думал, что это будет не бомба? Не бомба. Проходная работа? Моя. Ага. Проходная работа. Несмотря на то, что у тебя вроде не такая большая роль, да, ты сам говорил, что всего 4 дня ты там снимался, но все твои фразы из этого, они просто разлетелись на цитаты, на мемы. Это сценаристам просто... большой поклон. Ну, кстати, Андрею. Вот эта фраза про «Я здесь!» «Я здесь! За эту улицу стою! Пацаны, мне все! И я все пацанам!» Она была тобой придумана? Нет. Или была написана? Нет, она была написана. Прям ровно такая же? Вообще Андрей Першин-Жора Крыжовников, низкий поклон,
Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, да, он... Я его обожаю. Он не хочет идти на интервью, но... Правильно. И когда... У него такой образ хороший. Ну, он крутой. И он меня, конечно, с текстом журил там вообще. Угорал надо мной всячески. А, то есть ты пытался как-то переиначить? Конечно, я всегда... По-своему. Мне в институте педагоги говорили: «Калагривый, ты не Горький, ты не Чехов. Они написали другие слова». Я говорю: «Так мне ж хлопают, чего вы доколебались?» Говорю, людям какая разница. Правда, что? Да, и... Чем не Чехов? Вот, ну это шутка, конечно. Ну, я думаю, что адекватные люди поймут. Я бесконечно уважаю нашу литературу и считаю, что она великая и поучительная, особенно Достоевский. Вот. Кстати, твой коллега Иван Янковский снялся сейчас в роли Раскольникова. Считаю, что это его... вот здесь абсолютно считаю, что это его работа. Ну, теоретически, может быть, Вова Адидас, не знаю. Ну, подожди, ну он хорош там. Почему? Я понимаю, что ты имел в виду... Нет, я сейчас как бы опережаю разговоры следующие, что мне кажется, что в его органике больше. Mm-hmm. Это вот роли, похожие на сериал «Текст». Подожди, ну смотри, ты сам говорил, что тебе нравится играть перпендикулярные роли, да? Конечно. Что ты не любишь играть только вот бандитов и там пацанов, и, не знаю, там каких-нибудь гопников, потому что это тебе и так понятно, потому что ты сам в этом, да, во всем рос, и все это знаешь и так. И тебе вот интересно Емелю играть, да, по щучьему, да, велению, потому что это не... Но ты... Но я кастинг проходил большой. Да, понимаешь? Ну я как-то... А, ты имеешь в виду, что... Да, конечно. А он не проходил там никакой кастинг, поэтому ну, это а все вот мы кого понимаем бы ты, прекрасно. Вот, а вот кого и бы ты... И ты хочешь сказать, что мало Вов Адидасов по стране сидит, ребят, актеров, что ли? Ну, а вот кого бы ты увидел, если абстрагироваться, да, кого, от молодых каких-то начинающих? Пожалуйста. Да тот же Юра Борисов. Я считаю, что точнее мог бы сделать эту работу. Но, видимо, ему не предложили. Мне его даже не предлагали, я даже не знал об этом. Мне сразу сказали: «Кощей, все». Я, если мне дадут сыграть интеллигенты, я это сделаю плохо, я очень честно приму эту критику, потому что я понимаю, что я больше как бы социальный герой, нежели, да, там, белых кровей. И я именно про это говорю. Я хочу честен остаться в своей критике и к себе тоже. То есть я вижу, что я где-то могу и повторяться, где-то приседать на приемчики удобные. И сейчас я вообще чувствую, что я как-то в актерстве как будто немножко себя начинаю исчерпывать. Mm-hmm. То есть мне хочется большей деятельности, организаторской какой-то... Ну, продюсерской. Продюсерской, да. Мне интервью интересны. Mm-hmm. То есть я понимаю, что это тоже другой совершенно мир какой-то, абсолютно сложный, со своими шестеренками. Mm-hmm. То есть я хочу как-то... расширить профиль, вот как я хотел бы сказать. Ну вот ты сказал про то, что ты хотел бы пробовать себя в чем-то другом, и ты говорил также про то, что у тебя в начале было непонятно твое амплуа. Да. Потому что тебя даже вот Плетнев тогда, когда взял, да, потому что ты побрился, и он тебя увидел и разглядел, вот, что ты будешь вот этим парнем, который присматривал заборчик в том числе в этом фильме. Да. И смеется. Да, да. Ну, это... ну и, кстати, классная сцена у вас там. Да, классная. Женя, старайся. Мама, а чего они на меня смотрят? Хорошо, она там съела. Ну, классная сцена. Да, хорошая. Я не пойму, что все съелись, то, что я сказал, что она красивая девчонка. Типы хотят прийти, типа, как Бортич такие. Бортич — это симпатичная девушка. Не забывайте, дорогие артисты. Вы многие не симпатичные, нахуй, девушки. Вы просто типы, бездельники. Нет, съелись не на это. На то, что ты раскритиковал ее, а что у нее не было образования актерского, на это все. Нет, там причем не было же прямого контекста. Как был? В смысле? Я сказал, что типа... Не путайте. Я говорю: ребята, красивую девочку проще снять, чем, условно говоря, некрасивую, понимаешь? Это да, факт. И она придет, и как бы какая бы талантливая ни была, то есть ей намного больше труда придется. И это как бы был больше... Комплимент в ее сторону. Комплимент в ее сторону, нежели... Я-то ее прекрасно знаю, и мы как бы стебем всегда все внутри про это образование, то есть это так, всегда... Так, ладно, это мы с тобой еще обсудим отдельно. А вот про амплуа твое, ты вот все-таки его нащупал? Уже понял, про что ты? Нет. Нет?
Главное, чтобы там кроме шелухи что-то было. Еще. Но оно же есть. Было бы хорошо. Оно же есть. Ну вот посмотрим, ты знаешь, я себя изучаю вместе с вами. Угу. И это мне очень интересно. То есть ты сам находишься в таком постоянном поиске? Да. Да, я бы так сказал. Мы с тобой начали про кино говорить, и ты сказал, что Жора Крыжовников, как он с тобой работал? Сказал, да. Что ты вообще никогда не учишь роли, а вот это вот то, что было в сценарии прописано, там, слова Кощея, да. Ты в итоге проговорил так, как надо. Как он тебя убедил? Он меня убедил, он подходил с листом и на ухо мне, значит, дублировал текст при всех, чтобы, значит, демонстративно показать мое незнание текста. Ну и, конечно, мне очень приятно было, что он так работает. Ну, открыто, ВКонтакте. Ему любопытно, наверное, было, что я за фрукт такой. Но, безусловно, он художник большой. И там колоссальная работа. Я рад, что я свое мнение поменял после выхода сериала. Потому что я офигел. Юру Коробейникова, оператора, я знаю давно. Это очень крутой оператор. Большой профессионал. Вся их команда большие. Спецы вообще. Но мне почему-то казалось, что это такая какая-то молодежная история из-за того, что я не читал «Идиот». Про пацана. То есть ты не почитал весь сценарий? Нет, конечно. Что-то слово пацана Кощей, думаю, еще, господи, еще Кощей, еще кабан назвали, еще какую-то за выражение. Я что-то как-то отнесся не так серьезно, потому что ребята там в колоссальной подготовке участвовали какой-то. А я нет. Но при этом ты согласился сниматься там. А я согласился из-за Жоры Крыжовникова сразу. А, то есть ты когда узнал, что это... Мне сказали, Жора Крыжовников. Я говорю, неважно, какая роль. И все. И пришел как штык на съемки. Я записал пробы, отправил видеопробы и приехал, да. А видеопробы прямо на Кощее? Да. А какую сцену ты играл? Там какая-то коротенькая сценка была. А, прям небольшая. Да, я думаю, может, даже она в фильмы не вошла. То есть это была проба пера, поэтому угу. Вот, собственно говоря. А вот эту вот знаменитую сцену «Я здесь, за эту улицу». Эта сцена, сколько дублей снималась? Достаточное количество дублей, потому что я помню, что у меня уже садился голос. По-другому я не мог. Плюс я на всех проектах кричу. И у меня какие-то стрельбы, побеги. И, конечно, я был тогда измученный в этом плане. И это помогло мне сделать эту роль, потому что все сходится как бы. Да. И еще я очень боюсь, как бы он ко мне не пришел, этот Кощей, что я согласен с замечательным, один из лучших артистов нашей страны, Даня Воробьев, кого я считаю. Он говорит, конечно, Никитос, наши роли нас потом догоняют. Этот образ мыслей, манера мыслить в персонаже. Где-то на тебе откладывается, где-то ты эти качества начинаешь в себе подмечать. Ну это потому, что вы по Станиславскому работаете, вы слишком... Хочется себя... иногда, да, побольше комедий, побольше там. Там пооткрывать в себе доброго чего-то mm-hmm. я хочу. Вот я поэтому сейчас и хочу такие проекты. Устал я. Люди же меня тоже воспринимают как опасность. Mm-hmm. И это формирует мое поведение как-никак. Поэтому хочется мне чуть вектор сменить. В конце, в самой финальной там серии, ты там говоришь, я вас всех отшиваю. Это, да. Я обожаю. Это просто, мне кажется, гениальная сцена. Эта сцена снималась сразу? Или вы потом переснимали, когда восьмую серию? Нет, когда... сразу. А, сразу. Ребят, это лучший момент. Я спасибо. Вас всех отшиваю. Я вас всех отшиваю. Да, очень многие написали, опять же, в прессе о том, что ты раскритиковал и всех актеров этого сериала, что актеры все ужасно сыграли, что сериал вообще не такой уже талантливый. Я не хочу переобуваться, ты знаешь. Я не хочу, чтобы сейчас услышали, типа, Кологривый счастлив от слова пацана. Да нет. Он вообще сухо для меня прошел, вот по-братски. Все так боятся этого, что что, их Андрей Першин не снимет больше никогда? Или что, боятся-то высказаться? Я не ну, понимаю. Наверное. Про другие сериалы не боитесь? Нет, подожди, не только этого. Просто... Засирать. Про этот что-то испугались все. Нет, подожди, Никит. На самом деле есть просто какая-то солидарность вот ваша цеховая, ага. Где не принято друг про друга ничего говорить. То есть они как-то все очень осторожничают и боятся, хотя я уверена, что наверняка твои слова их обидели. А, я более уверен, чем что уверен. Они меня обсуждают и засирают, и угорают 100%. Просто в лицо мне это никто не скажет из вас. Побоятся. Поэтому они все прекрасно понимают, что, черт подери, у меня есть защита в виде людей, которые не позволят
Ну, у меня нет кулуаров, понимаете? Я не принадлежу никакой банде. Меня, я не появляюсь на каких-то мероприятиях киношных. Подожди, но у тебя же хорошие отношения с ребятами сложились. Да никакие. Никакие. Сколько это? 4 смены? Ну что там сложится? Не, ну все равно, слушай, за 4 смены... Хорошие, ты... хорошие, обычные отношения рабочие. И при этом я не собираюсь надевать лишний ореол на них из-за того, что бояться я якобы обязан. Кого? Суперуспешного сериала? Ну хорошо, ничего. Но я в нем заметил кучу вещей, которые там меня не устраивают. И тоже считаю, что я это не должен бояться говорить. На и... что, например? Существование многих артистов. Ну, кого? Ты считаешь, что... Ну, лучше там... не буду этого говорить. Уже. Просто лишу пищи людей недоброжелательных. Я это могу так сказать им. Будем с ним. А лучше я им это еще раз скажу в какой-нибудь картине другой. Потому что я считаю, что... Ну, ну почему тогда они оказались в этом фильме? Потому что ты... многие богатые. Нет, подожди, там из состоятельных семей только один герой, как остальных я понимаю. Остальных я не знаю, почему они попали. То есть мне нравится Рузиль. Мне нравится Рузиль. Он вообще молчит. Сыграл. Поэтому тебе нравится, что сыграл, он молчит. Сыграл, молчит. Ну так он и сыграл четко. Тут вопросов-то нету к нему. Ты так говоришь, а как будто бы состоятельные или там с благополучных да. семей люди не да. могут быть да. талантливыми. Очень мало видел. Очень мало видео. У них нет потребности вырываться, прогрызаться. Им не надо это. Единственное, кого я знаю, это Оскар Делахоя, боксер, Golden Boy, который всех отхерачил, при этом был очень богатый человек. И... Но я не видел ни одного династийного потомка, который переплюнул бы деда сейчас. Ни одного нет. Ни Янковский, ни Табаков, ни этот. Это вообще небо и земля. Ефремов Никита. И Ефремов Никитос отдельная история. И тут ничего не говорю. Вы с ним сыграли, кстати, у вас классный тандем получился. Никита мой вообще. Ну, как бы, Никита хороший парень. И Ваня Добронравов вот из этой династии. Да. Но это не из богатой династии. Ваня Добронравов из актерской династии. Другое совершенно. Подожди, ну, Ваня Янковский тоже не из богатой династии, а просто из актерской династии. Ну, и нет. На самом деле Аня Михалкова, которая, я считаю, очень талантливая актриса. А она дочь, да? Она дочь Никиты Михалкова. Ну я-то это не разбираюсь в этом. Я уже знаю, что у нас куча фамилий кочует. Ну, короче, мое мнение такое, что он сыграл не свои роли, Ваня Янковский, в этих двух сериалах. «Фишер» и «Слово пацана». Я считаю, что это не... Но могли бы сделать лучше как минимум человек 5-6 в нашей стране. Вы, кстати... И вообще, мне кажется, что это какая-то политика, чтобы его вернуть в игру, потому что я его что-то не помню. Там топи вот начались. Подожди, ну до этого у него были вот эти чемпионы. У меня 11 премьер в год. Чемпионы. Что там еще? Ну это же, подожди, он более избирателен. Он не снимается во всем подряд, потому что ему как ну и себе... слава богу. Пусть и не снимается дальше. Не, ну хорошо, но у него не, вот сейчас... Я просто, мне нравится, что, как сказать, мне нравится эта игра со всех сторон. Ну, я-то вижу, как что происходит так, и вижу какие-то личные качества там. Ну, не знаю, Ваня мне нравится как друг, как пацан. Прекрасно с чувством юмора совсем. Но при этом я прекрасно знаю, что нельзя на полупопе сидеть, как у тебя, как мужчине. То есть я должен явно понимать свои границы, чтобы ты их понимала. То есть я должен явно понимать, что для меня хуйня игра актерская. И не надо мне тут, блядь, вас жалеть бедных. Подожди, разве человек бедных. Может сам оценить конечно, свою игру? Конечно, конечно. Но как это сделать? Мурашки, пойдут или нет? Ты же сам знаешь, ты обидел человека или нет. Вот и ты же сам знаешь, честно ты сейчас с публикой пообщался или нет. Честно ты заплакал. Подожди, Никит, ну это же все вообще относительно... Да относительно нет. меня ты классно сыграл. Относительно другого человека он может сказать, да вообще говно, мне не дело нравится. Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что относительно всего Ленин был Ленин. И относительно всего Пушкин был Пушкин. Сколько талантливых было поэтов рядом. Есть просто судьбоносное и временное... схождение, и всем понятен талант. Всем понятно, что Пушкин талантлив. Тут что-то может быть хуже, что-то лучше, но он явно лучше, чем Некрасов.
Ну, блин, ну явно лучше, потому что творчество обширнее, точнее, богаче. Смотри, ну опять же, это я с тобой соглашусь, но есть все-таки те, кто любят, не знаю, условно Пушкина, и те, кто любят Достоевского. Это же про вкус, это дело вкуса всегда. Мне нравится одно, тебе нравится другое. Где истина в этом во всем? Где ты захочешь, там она у тебя и будет. В моей парадигме я общаюсь абсолютно честно. И люди, которые из моего мира, они прекрасно понимают, о чем я говорю в этих интервью. Потому что какого-то черта все боятся, я же говорю, как-то высказать критику в сторону интеллигенции. Ну, интеллигенция никогда не боится свои границы забрать у людей простых и поместить их в режим рабского труда. А когда я защищаюсь этим, все, конечно, боятся слететь со своих теплых, мягких мест. Потому что, чего вы, ну, как сказать, испугались-то за Ваню Янковского? Ну, пожалуйста, пускай творит. Что вы боитесь, что любовь его какая-то ко мне уйдет? Если уйдет, то значит, оно так и должно случиться. А Ваня на тебя не обиделся, кстати? Узнает. Меня это мало волнует вообще. Вы нигде с ним не пересекались? Меня это мало волнует. Ну, его папа, кстати, на какой-то премьере сказал. Да. Я думаю, папа очень его волнует. А вы с папой вместе работали на каком-то проекте? Ну, уже нет. Он сделал так, чтобы я не работал, да. Хотя изначально на меня там что-то писали. Играл его молодого. Но я думаю, что он испугался меня. Просто и он попросил тебя снять с проекта? Да, почему-то кажется, что так, да. Ну, это мое личное мнение. Оно ничем не подкреплено, чисто моей интуицией. Но мне кажется, что они все захотели мне как-то надавать тумаков. Ну, могут делать только это по-особому. Подожди, а чего испугался? Ну, я тебе лично потом расскажу, чего может испугаться отец за своего ребенка. Особенно, когда тот вот-вот наступает на успех, на закрепление актера номер один в стране, красавца номер один, секс-символа. Есть некое признание народа. Вот эти ребята, они попали все равно в сердца людям. Да, у них подписчики сразу выросли, да. Сразу такой большой интерес к ним, да, был вызван. Но это же не просто так, это же чем-то продиктовано все-таки. Безусловно, безусловно. И пожалуйста. Но это, ты знаешь, мне один раз продюсеры сказали, звезду сделать легко, покажите два раза по телевизору. У нас многие даже не знают, как меня зовут из слова пацана. Просто Кощей, Кощей. Вообще на содержание сериала. Важно, что появились звезды. Ты говорю, это же ком. Многие дети что, подписываются на Рузиля, потому что он красивый парень, модельной внешности, у него классные фотокарточки. Конечно, девчонкам они быстро себе создали героя и сами его оправдали, полюбили, все сделали. Когда тебе каждый день показывают, и ты там играешь качества положительные, чё б не влюбиться-то в тебя? А когда ты гондона играешь, как я, попробуйте в него влюбиться. Поэтому это все очень простые манипулятивные схемы работы с публикой. И я не считаю, что это они заслужили этих подписчиков. Я считаю, что подписчики позволили им стать звездами. Это разные вещи. Почему ты не пришел на просмотр финальной серии? Меня никто не звал. А, то есть тебя просто не позвали? Да. А ты бы пошел? Нет. Что там делать? Смущать их, бедолаг, сидеть, чтобы они там тряслись весь показ. Пускай кино смотрят. Ну а как так получается, что некоторые легко и быстро становятся звездами, а некоторым нужно... Ну, очень, потому что одним помогают, и даже, видишь, помощь не помогает. Ну, вот подожди, даже давай уберем вот момент того, что есть какая-то по-другому помощь. Нету, нету. Все главные роли, условно говоря, которые я вижу, это, ну, как сказать, это поиск молодых там режиссеров, да, каких-то крутых, или тех, кто может себе позволить свой выбор. Но у нас сейчас кино продюсерское. И у нас кого сказали взять режиссеру, того он и берет. И смотрят на количество подписчиков в Инстаграме. Я это тоже знаю. У актеров. Да, это первостепенная задача, почему мы его берем. И а почему не за талант. Блогеры, да, начали сниматься, да, в кино? О, у него подписчики, главная роль. Все, на него придут, неважно, что там будет. Ну так и сделали, сделали. Понимаете? Все, все очень закономерно. Подожди, ну такое чувство, что тебя это злит. Меня это злит очень. Почему? Ну, потому что я тот человек, у которого получилось встать на эту тропу, и я тот человек, который испытывал на себе все это влияние этих богатых людей.
То есть у тебя забирали роли какие-то? Не то, что забирали, меня просто даже не подпускали к ним. А я бы, может, их мог так сделать. Просто не было туда доступа. У миллиона человек нет доступа к главным ролям. Нет доступа вообще к кастингу. Нет доступа, потому что тупо берут, говорят, Минковский, этот, этот. Эпизодников подешевле наберите и снимаю. И так почти во всех картинах. Большие картины же все равно там появляются новые какие-то, ну, тоже лица. Кто появился? Вот Юра Борисов последний. Все. А так вот зачастую приходишь, смотришь, как бы... Все очень понятно. Для меня все понятно. Эта система ясна. То есть очень легко. Два шоу, три интервью, и все, ты звезда. Сериал — прекрасно, все. Каждый день тебя видят по телеку, мелькаешь. О, это же этот, Наташка, ну вот, этот, чудо Кощей, во, Кощей! Ну, люди имени даже не знают. Им надо вот как бы сам факт. Поэтому, не знаю. Я же создавал спектакли. Я же знаю, что когда надо, люди заплачут. И создатели сериалов и фильмов, друзья мои, знают, как, когда и как появятся звезды. И какие. И я уверен, что меня тоже кто-то протежирует. То есть как какой-то человек, который... Да, я уверен в этом. Я уверен, что я в чьи-то позиции попал. Тебе... Именно поэтому меня не могут легко скинуть. Именно поэтому... То есть если бы ты кому-то перешел дорогу, условно, большому какому-то человеку, то все-таки... Он мог бы сделать так, чтобы тебе бы закрыли доступ? Ну, они закрыли, они много чего закрыли мне. Что закрыли? Ну, многие работы мои закрыли, многие рекламные контракты закрыли. То есть, после высказываний твоих? После репутационных высказываний, выдергивания из контекста моих роликов, монтирования их в искусственном интеллекте и так далее и тому подобное. То есть, а кому это выгодно? Моим конкурентам. Ну, конкурентам на актерском поприще твоем? И политическом поприще. То есть я сейчас все равно, это глаз там, ну, молодежи на меня там слушают, подписаны люди. Соответственно, сегодня вот я наблюдаю эту всю петрушку, как этим. Но я думаю, ничего не получится. Это только меня сильнее сделает и их обезоружит. О, ну что, заходим. Тепло. Зашли так, в тепло. Мы в тепле. Ой, прелесть. Класс. А кофе я есть? Кофе только американо. Прекрасно. С сахаром сделаешь с двумя сахарами? А ты вот это все ешь, вот такую гадость? Да. Ты все это ешь? Ну ты худой, но ты тренируешься просто, да? Да. Да я вообще не понимаю, как я живу. То есть мне говорят, что я живу как Высоцкий. То есть они говорят, ты так же износишь себя. Не, ну подожди, но ты же в какой-то момент должен остановиться просто, когда ты почувствуешь, что все, есть какой-то предел. Я думаю, что да, но не знаю, то есть я по-другому как-то не умею жить. То есть я не умею себя беречь. Мадагаскар, помнишь? Ага. Контактные, не кусаются, не дерутся. Единственное, могут вас чуть-чуть потрогать, потому что вы люди новые. Так, и что нам делать? Как нам их кормить? Сейчас они подойдут. Ага, все, они сейчас сами будут подходить. Подойти, ага, все. Придут. Мы просто посмотрим, как они. Ой, смотри, как здорово они в руку берет. Ага. А сколько ты сейчас проектов параллельно снимаешь? Сейчас немного. Сейчас вот закончу два. Сейчас два начнутся, три. Я вообще люблю брать вызовы. И люблю работать вот с Сариком. Вот с Сариком мы приготовим еще одну бомбу вообще. Бомбу-бомбу. Это вряд ли вообще кто ожидает. Таких ролей от меня. То есть что-то вообще, то, что ты еще не делал? Да. А что-то новое совсем? Что-то новое вообще интересно. Мне самому интересно. Это большая ответственность. Но я благодарен Сарику за то, что он сам не боится тоже брать вызовы. Огромные картины, материалы. Я говорю, ничего, пока все обсуждают, он все снимет, всю классику. Ты можешь посоревноваться с Сариком в самоуверенности, потому что я смотрела, у него выходило интервью, его спросили, кто самый крутой режиссер в нашей стране, он сказал Сарик Андреасян. Я подумала, молодец, как, ну, как бы нужно быть в себе уверенным, чтобы да. Это говорить. Я его люблю за это качество. И вообще я считаю, что только с такими людьми мне по пути сейчас. То есть при всем при том он интеллигентный человек. Абсолютно он не выделяет себя там никак. Нет, просто я считаю, это действительно честная позиция.
к себе. Почему я должен быть фанат другого артиста? А какие тебе его картины нравятся, Сарика? Сарика, я бы сказал, что Чикатило у него хорошая картина. Я бы сказал, что... Ты тоже там снимался? Я бы, да. Ну, там у меня небольшая роль совсем, но я считаю, что тоже он взял тему. Я считаю, что Нагиев молодец. Он тоже борется всю жизнь с мнением о том, какой он актер и что он делает. А отдается он хорошо. И считаю, что «Жизнь по вызову» очень удачный проект. Очень удачный. И коммерческий, и творческий. И я считаю, что Сарика ждет его большое кино. Только ждет, ждет, ждет. Причем он сейчас очень быстро набирает опыт, работая с крутыми артистами и с крутыми темами. Вы понимаете, в чем дело? Ну да, но он уже давно, мне кажется, снимает. Он же уже... А не... так, у него колоссальный опыт. Уже много всего «Защитники» было. Вот эти, то есть... «Защитники» — спорное такое кино. Но это было начало, начало. В графике, во всех делах. То есть я говорю, не забывайте. Много критиковали за это кино. Конечно. И самое лучшее... Так у меня была ситуация вообще. Антон Пампушный. И он играет там медведя. И у нас была смешная ситуация. Мы сидели в Ялте. И сидим, значит, болтаем. И я говорю, что за, говорю, вот этот... И я подвергся общему мнению вот этому. Сарик Андреасян, вот это «Защитники». А «Человек-медведь» — это вообще что за бред? И он так сидит. Вообще-то я «Человек-медведь». Я говорю, блин! Как стыдно, говорю, прости, пожалуйста, вообще. Я говорю, отстой вообще, отстой полный. Я тогда понял, что думаю, а что, я же даже их не видел. Знаешь, то есть я гнобил работу Сарика и ее даже не видел. А потом, когда я с ним познакомился, и из отсутствия ролей у меня не было работы особо такой, и он меня увидел, и по моим хорошим пробам дал мне проект. Я за этого его уважаю как режиссера. Мог... Мне кажется, здесь не как режиссера, скорее как человека, потому что ты, наверное, очень благодарный сам конечно, по себе. Да, что конечно, те, кто тебе помогал, конечно. Ты как бы им отплачиваешь. Очень легко меня звать в кино, когда я популярный. Очень сложно меня звать в кино, когда я никто. И все эти люди, Кирилл Плетнев, да, низкий Жги, поклон. Да. И вообще ему, и «Офлайн», я считаю, это его потрясающая режиссерская «Офлайн» работа. Просто низкий поклон, потому что я редко смотрю российские сериалы, честно говоря. «Офлайн». Но «Офлайн», я считаю, один из лучших сериалов и в я современности, тоже это правда. Насколько часто в профессии ты встречаешься с обидами? Я обижаюсь на тех, кто в меня не верит. То есть у меня есть это качество, вот я вспоминаю режиссеров, да, там еще раз их по пальцам перечесть. Это Игорь Зайцев, Сарик Андреасян, Кирилл Плетнев. Там, да, вот, это те, кто в тебя поверили? Это я так считаю, да. Это те люди, которые в определенный момент не то что поверили, а переубедили там продюсеров, чтобы меня взять на роль. И это малая только часть. Есть еще фильмы, но это просто первые такие, когда я был совсем зеленый, и для меня это было важно. И, конечно, я очень зло могу мстить и вспоминать тех, кто меня не утверждал, а потом переобувался. То есть сейчас очень хорошо видно слабость позиций многих творцов, которые хотят работать со мной. Они, с одной стороны, полностью со мной не согласны, как представители интеллигенции. Не согласны с твоим мнением? Высказыванием, конечно. С высказываниями, что я... Но из-за моей популярности, зараза, надо со мной выгодно поработать. И они, бедолаги, не знают, куда себя деть. Как сохранить себя при работе со мной. Поэтому я, конечно, очень рад, что слилась куча ненужного, появилась куча другого нужного, и я обрел как бы этими высказываниями смелых людей вокруг себя, которые сказали, ничего, Никита, мы с тобой, не переживай, все хорошо, все понимаем, так и так. И я вот очень рад, что многие, вот Ваня Добронравов позвонил, и мне это очень приятно, что он переживает. То есть он позвонил, чтобы поддержать тебя? Поддержать меня, да, поддержать на волне хейта этого, на волне всей вот истории. И продюсеры большие меня некоторые очень сильно поддержали. И Сарик Андреасян в особенности. Я за это... Меня сейчас страшно поддерживать. И поэтому... Публично ты имеешь в виду?
И поэтому те, кто это делает, тоже для меня смелые люди, откровенно. Я как бы перед ними снимаю шляпу, и я Сарику, поэтому я отдаю правила. И всем показываю, что, ребята, гнобите Сарика, гнобите Калагриева, все равно мы останемся у руля и будем тут делать то, что мы, как бы, зачем мы здесь нужны. Все-таки поддержка — это приятно. Ну вот есть мнение среди киноиндустрии о том, что фильмы Сарика, они не самые талантливые. Угу. Но при этом очень многие фильмы его собирают очень неплохую кассу. Даже вот Евгений Онегин. И рейтинг. И рейтинги очень высокие у него. То есть народу нравится. Вот что важнее, чтобы народу нравилось или быть угодным киноиндустрии? Я не знаю про первое ничего, вы понимаете, потому что я не угоден киноиндустрии. Поэтому мне скорее бы второе приятнее. То есть я считаю, что эта профессия создана не для интеллигенции только, а для всех. Правильно? И для третьего сословия тоже, в конце концов. И считаю, что... Это, знаете, я когда поступал в ГИТИС, я сразу начал конфликтовать с интеллигенцией, потому что у нас присутствовал режиссерский факультет. И там все кричали: «Самый лучший факультет». И им, у них всегда были кондиционеры, спонсоры, потому что там большие режиссеры там преподавали. И я всегда думал, блин, то есть это вы шторами с нами воюете, что ли? И у многих, кто на актерском факультете, заведомо вырабатывался комплекс, что они не такие творческие художники, как те. Вот это ненавижу качество в артистах. Потом самый кайф, что... Снобизм такой, да? Да, когда ты и себя после этого я говорю: ребята, где вы все со мной на площадках театральных и киношных? Нет у вас там. Да выпендривались, потому что вы на коридорах раньше времени. Вот, и я очень рад тому, что люди спокойные и благородные, в отличие от меня, потерпели и все-таки стали артистами большими. Их много, я вижу. Но вот это разделение, вот мне кажется, должно отсутствовать у нас вообще. Делить зрителя, то есть там этот умный, а этот глупый зритель. То есть такого же не бывает. Мы же понимаем, что великий художник попадает во все сердца. И туда, и туда, и туда, и туда, и туда, и туда. Вот я бы мечтал быть великим художником. Чтобы для всех. Для всех, да. Угу. Для всех бы я хотел. Вот фильмы Сарика все-таки, как ты думаешь, почему попадают зрители? Что в них такого, что нравится зрителю? Но почему тема не нравится все-таки тема кинотусовки и коллегам? Кинотусовке не нравятся рейтинги его. То есть зависть? Конечно, безусловно. Плюс его крепкая семья и команда, которая... Он работает с сколоченной командой. Пусть там говорят диаспора, там армяне. Ну, я говорю, так и надо делать. Просто, ну, снимать в удовольствие, ставить цели. У него команда знает, что они снимают рейтинговое кино, классное, с хорошими сценариями. Ну, а вот фильм «Евгений Онегин» ты посмотрел? Нет, еще я ничего не успеваю смотреть. Там многие критиковали даже не сам фильм, а именно Лизу Моряк, Виктора. Ну, по-любому же, это же его жена. Потому что, естественно, Татьяна должна быть юной девушкой, 13-летней в начале, а она все-таки 28-летняя девушка. Я не видел еще картины, поэтому не могу судить. Но это его супруга, и он в полном праве, как музу, ее снимать. Вообще в полном праве. Я бы, если бы хотел, то же самое бы делал. И назло бы, и еще больше бы ее везде снимал. Поэтому это его выбор. Он хотел стать режиссером, шоураннером. Он им стал. Он владелец корпораций. Он никого не заставляет идти смотреть фильмы, где он снимает свою жену. Они сами их смотрят. И для кого-то она, ну, как бы... замечательный кастинг. Поэтому я тут не берусь. Мне самое главное то, что он меня любит. Все. Это самое главное. Значит, мне с ним комфортно. Он мне доверяет, он не подходит ко мне. Вот все жалуются. Сарик не подходит, ну, с плейбека. А мне это и нужно. Понимаете? Что никто не подходил ко мне с плейбека. Это мне дает уверенности в том, что я правильно что-то делаю. То есть тебе гораздо больше нравится, когда тебя не трогают в процессе, чем когда с когда тобой начинают работать? По-разному люди работают. Но вот лучше так, чем каждый дубль подходить и разжевывать мне, что тут должно происходить. В основном это как бы делают режиссеры слабенькие. Потому что он
не знает, я говорю, вот мне папе дай этот листок сценария и скажи, вот он руководителем работал, объясни людям, что тут происходит. Вот то же самое произойдет. Смотри, значит, ты бежишь, вот здесь будет яма, ты ее перепрыгнешь. Подожди, ну вот Жора Крыжовников Андрей Николаевич, он же работает, как ты говоришь, вот он включается, он работает интеллектуально. Да. Он, его работа в том, что он стебет меня с текстом. Вот что такое режиссер. Он своим примером показывает и журит, и делает так, чтобы ну, все расслабились вокруг, чтобы не думали, что Кологривый приехал тут какой-то суперкрутой, что Кологривый, как и все, там текст забывает, что он... Это его работа уже идет психологическая. И он как раз такими вещами. Умные режиссеры, они работают с актером как с личностью. То есть они учитывают его... Особенности. Они знают, если он вспыльчивый, надо где-то его... Вот многие режиссеры говорят, что меня надо разозлить. Вот если Если такая роль у тебя... Нет, вообще, если я злюсь, я сразу очень честно играю. Быстро, честно. Ну, то есть, если я добрый, все, это самолюбование будет. Это я вот так посмотрю, так сыграю. И это, конечно... Вот я люблю Оксану Бычкову, очень уважаю ее как режиссера. За то, что она мне привила качество не смотреть плейбэк. И она говорит, это я разберусь, Никиточка, как вы там выглядите? А то, говорит, актеры подходят, смотрят и потом сами делают правки над собой. И расстраиваются. Ой, это не та у меня, это я не так посмотрела. Плохо выгляжу. Да, некрасиво. Это не твое дело, детка. Надо было сидеть за режиссерским пультом, разглядывать. Иди работай. Ну, я вот так считаю. И она права абсолютно. Тоже. А вот кто главный режиссер в твоей жизни? Вот тот человек, который чему-то новому научил. У каждого актера случается такой режиссер, который вот как-то его открывает. Безусловно, это Сергей Анатольевич Голомазов. Это мой мастер. Мастер твой. Это мой мастер. Безусловно, это первый мой духовный учитель в жизни. Тот, к которому я сам бежал, чтобы его послушать. То есть одно дело тебе родители, да, там, и ты такой, нет. А это был первый человек, который мне, ну, я его не боялся. Мне интересен был ход его мыслей. Он большой философ. Он очень ироничный человек. Но это в самом начале пути было, когда ты еще учился. А вот в дальнейшем, то есть у тебя вообще большой уже опыт, более 60 работ, которые да. вышло. Понятно, Рома что Каримов. Ты... То есть Рома Каримов для тебя стал таким вот одна важным. Работа была с ним. Мне... Я впервые увидел такого же сумасшедшего человека, как я. Такого энергетический, же. Да? Такого он, фанатика. Да, он такой же. Он экспрессивный. И он может меня матом покрыть, но я пойму, за что. И мне это так приятно, что... То есть он с тобой на твоем языке? Да, абсолютно. Он... Я приходил на площадку, с нами был Корешков Егор, с нами были еще ребята, Даня, Артем, актеры, кто с нами снимались. И я когда заходил, он, о, Емелька пришел, Триллиарда пришло, давайте все поклонимся. Ну, то есть, и это было так смешно, что я понимал, что он делает. Он сбивает пафос, чтобы люди на площадке расслабились, чтобы они, я сам ехал вот так. Я же понимаю, как ко мне теперь относятся, как меня ждут, там, ассистентки бегают. И а ничего-то по факту-то не произошло в характере, так скажем. Вот, поэтому это, конечно, очень интересный такой опыт. Но я бы назвал его, потому что мне понравилось, что я увидел такого, знаете, Тарантино. То есть он мне звонит, допустим, так, 11 вечера, я не знаю. Что ты там смотришь, своих трансформеров опять? Вот, Иваново детство. Или там еще что-нибудь. Посмотри что-нибудь нормальное. Будешь опять наяривать завтра мне в кадре. Потом на следующий день гениальный. Гениальный Никита, гениальный. Гениальные куски. И он меня вот в такой параболе держит все съемки. То есть он говорит, капец, Корешков все сделал, этот опять, блин, там, школа представления. Ну, то есть... И это прямая работа художника. Ну и режиссер, наверное, должен быть немножко психологом и должен понимать, с кем как надо. А мне нравится, что он меня дурит. Мне нравится, что я его не могу просчитать. И я за такими режиссерами готов идти. И он безгранично умный парень. И рефлексирующий. То есть он может сказать, стоп! Все! Пошли все вон! И мы такие, ну ладно. Но зато ты чувствуешь, что он знает, что он делает. Вот он знает. Он говорит, текст! Выкиньте текст! Вообще из головы. Ты играешь, он, почему ты текст не говоришь? Я говорю, так ты же сказал выкинуть. Идиот.
И ты так подстраиваешься, ну, блин, ты видишь, как он любит это дело. Ты видишь, что он этим живет. И все. И ты готов. Просто он тебя зеркалит, мне кажется, что ты вот сейчас себя описал тоже чуть-чуть. У тебя же тоже перепады настроения происходят. У меня вообще, вы что, я могу разораться так на площадке, причем это не из-за того, что я там злой, а это вот такая, ну, энергия, она, ну, меня... вот когда ты стал себе это позволять, проявлять на съемках? Всегда. С самого начала? С самого начала у меня были конфликты с режиссерами, вторыми режиссерами, продюсерами. Я их звал драться при всей съемочной площадке, снимал рации. Ну, это большая редкость. Я, вы знаете, просто очень долго жил в своем мирке, и я потрясающий. У меня есть такой мой друг, психолог мой, и он говорит, что он в детстве... Когда его там нечего было делать, ему запрещали играть, ну, разные были случаи. Он рисовал узоры на ковре, вот эти узоры, он из них составлял какие-то мультики, картинки. И мне кажется, вот то, когда ты долго сам с собой работаешь и разговариваешь, приводит тебя по итогу к тому, что ты вырабатываешь иммунитет к другому мнению. И ты понимаешь, что оно ровно как не влияет ни на успех, ни на проигрыш. То есть это... Это что-то твое. Вот как ты это воспримешь, это уже другой вопрос. И я понимаю, что, конечно, я иронизирую, когда я забегаю и говорю, я самый талантливый здесь. Ну, понятно, что я жду реакции людей, которые сделают, ой, задолбал, кологривый этот. Я прям, привет, это я. Я специально это делаю. Поэтому, конечно, я, мой любимый персонаж — это Тиль. Он именно такой. Писает в бочку с квасом, откуда вся деревня пьет. И потом параллельно спасает много людей. Вот про, абсолютно про тот спектакль, который мы с тобой говорили. У него есть замечательная глава, я бы ее просто вот поделился бы с ней, где у Шарля де Кастера есть роман «Легенда о Тилю» Линшпигеле. И там, значит, он, когда странствовал в паломничестве, он представлялся в каждом графстве разным. То он художник, то режиссер, то еще кто-то. Ну, то есть он кем-то. И как-то он поселился в замке, и одному, значит, графу сказал, что я великий художник, портретист, я нарисую вашу всю семью, но мне нужен месяц. Закройте меня здесь и дайте мне еду, выпивку, и все. И по итогу прошел месяц, съехалась вся там семья, семьи, династии. Он убрал полотно, и там белая стена. То есть он ничего не делал месяц, просто бухал. И они говорят, там пауза написана, и потом они гениально, гениально. Это как бы пустота, это все мы. Это вот эта звенящая пустота в нас, то есть это белое полотно, то есть я вижу себя в разном. То есть люди стали додумывать. И все, а он просто бухал. И это его вот абсолютная издевка. Конечно, я тролль. То, что мы с тобой обсуждали за кадром. Конечно, я тролль, конечно, я люблю провокационные всякие вещи, а особенно я люблю вот сбивать пафос с артистов, потому что меня от них тошнит. Я много проработал с артистами, которые нагоняют на себя пуху. То есть они не талантливые, но вот он всех замучает на площадке. Виноват звук, виноват костюм, виноват грим, что я не так играю. Все это чушь собачья. Я обожаю в их компании как бы делать всяческие провокации. То есть показывать людям, что есть на самом деле. Ну, потому что критиковать меня можно, но в кадре со мной боятся соперничать артисты. Дайте кого-нибудь, кто со мной посоперничает. Давайте мой талант определим, посмотрим. Просто я считаю, что я работаю честно. Если у меня не получился дубль, он получится. Я это знаю, я его не брошу никогда. Ой, ну, сойдет. Не-не-не-не-не. Пока вот мой внутренний цензор не дойдет, вот, допустим, «Черная весна», момент в самолете, мы снимали дублей 21-22, потому что я не мог выйти на эмоцию. Я говорю, стоп, не то. Стоп. Я то говорю, есть не режиссер тебе говорил, а ты сам себе? Я говорю, стоп, неправда. Я стоп, это вранье. Я говорю, извините, там уже вся группа пыхтит, уже бумщики на бум руки сложили, все там уже все устали. Смена заканчивает, переработка. Я это чувствую же, а они, мы же в хороших отношениях, и вот мое спасение, я дружу с площадкой. То есть я когда приезжаю вот на комбинацию, заходит продюсер и говорит, Никита, нам рассказали, ты очень любишь группу, но очень не любишь админов. Я говорю, да.
То есть с группой, со всеми я. Они у меня живут, приходят, там мы вместе проводим время. Мне всегда это интересно, потому что группа — это в основном люди из моего круга, где я вырос. Вот, ну, это люди рабочего класса. Ты как бы в их кругу чувствуешь себя увереннее? Комфортнее, увереннее. И потом, на следующий день, когда я играю откровенную сцену, я чувствую внегласную поддержку. От бумщика, от хлопушки, от водителя, еще от кого-то. И мне очень нравится, что когда я это делаю, другие артисты тоже начинают... Им некомфортно быть в отдалении. То есть он там сидит на стуле где-то под веером. Я уже со всеми там истории Байкина рассказывал. И я смотрю, нет-нет, и он такой к звучкам подошел, что-то с ними там, какую-то им историю рассказал. Я думаю, ага, заражает же. Ну, и вообще... Все мои проекты, которые вот в такой атмосфере создавались, вот Емеля был полностью в такой атмосфере, потрясающий. Каждый вечер жаришь шашлыки, что-то вот. Я считаю, что так мы должны кино снимать. У нас это все должно быть на душе. Тогда у нас будет, может, его меньше будет кино, но зато оно будет качественнее, особеннее как-то. У меня есть совет хороший моих мастеров. Плохих режиссеров будет намного больше, чем хороших в твоей жизни. Поэтому ты должен обладать такими качествами, которые тебя могут спасти. При наличии режиссера, чтобы ты мог себя сам создать себе рисунок, сам создать себе работу в кадре, сам себя выстроить, сам себя спасти. Потому что есть режиссеры, к сожалению, ну, ему балбесу даже не объяснишь, что надо, чтобы хорошо получилось. Я считаю, что кино — это мой путь, то есть это мой дом теперь. И кино меня уберегает, конечно, от всякой ереси. Потому что я знаю, что, блин, на смену надо вставать. Драться тоже нельзя. Это нельзя. И оно меня бережет, значит. Что произошло? Как так получилось, что случилась драка и дальнейшие все обстоятельства? Да слушай, да там даже это не драка никакая не была. Скорее, я даже это не могу никак охарактеризовать, потому что я в этот момент не помню себя здравомыслящим. Самый прикол, что с утра мы позвонили этой девочке, и она хохотала по WhatsApp, и типа, ну не парься. Официантке, которую ты укусил. Конечно, я говорю, извини, ради бога, я вообще говорю, ну, это дурость полнейшая, я говорю, ну, готов как мужчина извиниться, потому что я понимаю, что это там бред. Но после драки руками не машут. Кто пожаловался на тебя? Как это вообще стало? Я постоянно... понятия не имею. Я понятия не имею. Я не хочу эту ситуацию описывать в подробностях, потому что она у многих сомнения закрадутся по поводу этой ситуации. Я считаю, что здесь есть факт. Ну смотри, девушка, официантка, вы перед ней извинились, она не подавала на тебя заявление, она потом сказала о том, что ей вполне хватит твоих личных каких-то извинений. А вот эти вот ребята, с которыми ты дрался, возможно, это их инициатива была, или ты даже не знаешь? Что? Я не вдавался в подробности, опять-таки. Ну, понимаешь, я своих, ну, я не вижу тут смысла после этого видео искать оправданий и моих зрителей, моих поклонников, вводить, ну, это, я не знаю, для меня это стыдно, ты понимаешь, вообще обсуждать это все. Я тебе так скажу, что я никогда не ищу драки первой и считаю, что здесь как бы это, ну, это именно вот погнал маленько. Это я посчитал, что там кто-то, кто меня предает, кто-то хочет меня скомпрометировать, обидеть, как-то унизить. И это было именно, там видно по моему поведению, что это беспомощное состояние. И я понимаю, что, ну, я сам на это смотрю, мне неприятно, и все. И тут что говорить? Я не знаю, как мне это описывать. Я был очень много раз, когда я разнимал такие ситуации, а сейчас вот, ну, оказался. Самое главное сейчас, я не хочу делать ничего такого, что делают многие артисты, и я это вижу. Как только их поджали в какой-то из репутационной ситуации, они начинают сразу из себя делать меценатов и идут в народ помогать, понимаешь, заслуживать как бы место здесь
дальше находиться. Прежде всего надевают извинительную водолазку, чего ты не сделал. Я, кстати, ждала, что будет на тебе водолазка. Я не имею права этого делать. Я считаю, я как общался с бойцами СВО до того, как я был знаменитый, и я там их знаю лично, и я с ними общаюсь, ну вот, там в личных там переписках, условно говоря, и с теми людьми, с кем надо, об этом никто и не знал, и не знает. Ну вот сейчас, может, там у тебя кто-то там узнает, ну какая разница. Но точно я сейчас не пойду демонстративно это делать для всех, что посмотрите, какое я. Я считаю, что это, в принципе, твоя позиция, как только ты медийным человеком становишься, ты получаешь ресурс, и ты этим ресурсом обязан делиться. А с бойцами проблем нету. Увидеться, приехать, пообщаться с ними. Это я вот, у меня есть там личные переписки мои какие-то. Но хоть раз бы меня кто позвал, нет. Зовут других почему-то. А сейчас я говорю вот, ну вот, после этой ситуации, вот представьте, поеду я сейчас на СВО, допустим, к ребятам. Ну, на Донбасс куда-нибудь. Вот все же скажут, что он поехал выслуживаться и спасать себя. И мне даже будет стрёмно перед бойцами там, да, что я в таком ключе к ним приеду. Не в том ключе, что я просто приеду, как там свои как-то позиции их поддержать. А это будет уже все, ну, понимаешь, меня вот настолько заклеймили, что я теперь даже не могу ни так, ни сяк высказаться. То есть я сейчас не выскажусь, не съезжу, мне скажут, ну, там, застал пацан. Поеду, мне скажут, о, ну, ясен перец, водолазку, да, как вы говорите, водолазку надевает. Поэтому мне очень хочется действительно дать какой-то месседж. Подожди, Никита, почему ты не можешь делать то, что ты чувствуешь? Какая разница, что скажут, если ты чувствуешь, что ты хочешь поехать поддержать, например, кого-то? Я тебе объясню. Ты должен какой-то ресурс иметь первоначальный. Последний ресурс, который я имел, это съемки, а после съемок ты видела мой график в Новосибирске, я не увидел даже родных там. Я даже не увидел ни папу, ни никого, когда я приехал, меня закрыли. Я не успел никого увидеть. После этой ситуации у тебя отвалилось какое-то количество проектов, которые планировались? Слава тебе, Господи, параллельно приросло другое количество. Но мне хочется очень, чтобы мы сейчас поняли действительно, каких артистов вы хотите видеть на экране. Поэтому я сейчас выйду в тень, и уйду со всех работ, которые были там намечены, особенно с тех, кто испугался этой ситуации, и считаю, что принципиально я это должен сделать, и я считаю, что принципиально большая часть элиты хотела, чтобы это произошло со мной. Подожди, Никита, ты сейчас о каких работах говоришь? Кто испугался? Ну, очень большое количество творческих команд испугались повестки дня, и посчитали, что в их материале больше нет места Никите Калагриуму, который должен там существовать как артист. Ну, то есть я проявил слабость и сразу понял, что прояви ее в других ключах, еще бы жестче со мной эти же люди, которые со мной здороваются и просят меня участвовать в их картинах, они, к сожалению, не со мной хотят творить, а с повесткой дня. И это самое главное. А я как в любви, так и в творчестве считаю, что если не встает, не смей туда прикасаться. И если у вас нету химии, не смей идти к этому режиссеру, ничего у вас не получится. И я это знаю и исповедую. Поэтому я считаю, что пору зрителей ждать других актеров. Сейчас на подходе есть другие артисты. И я считаю, что я, если творчески необходим нашей стране, если мой путь действительно здесь имеет какую-то цену, то значит, ну, сейчас некоторые метаморфозы должны пройти со мной. Потому что я сейчас, ну, честное слово, я не хочу спасать себя в сериалах, в фильмах, играть там хороших ребят, чтобы все забыли про то, что я укусил официантку.
Не тот парень я, ребята. Не тот парень. У тебя были когда-то серьезные проблемы с алкоголем? Нет. У меня, я никогда не пил часто. У меня всегда какие-то психологические, то есть были там истерики, какие-то там слезы. И пускай я ошибся. Ну и что мне переобуваться сейчас перед всеми и говорить, что нет, я это там аффект или еще что-то. Да нет, ну вот как-то так, ребята, со мной все произошло. Как-то я настолько запутался, настолько где-то ошибся, что ну, извините. Так произошло. Я действительно не имею права ошибаться, елки-палки. Ну, раз уж даже если так, если меня в наказании люди даже, ну, как бы там, ну, я нужен, то я понимаю, что, блин, черт подери, значит, все, закончилось мое вот это своенравие, закончилось мое служение своим каким-то желанием, пороком. Подожди, Никит, ты сейчас, смотри, ты сейчас, ты извини, что я тебя перебиваю, но ты сейчас опять в крайность уходишь. Ты понимаешь, что ну, правильнее всего не просто ты не можешь ошибаться, ты обычный человек, ты можешь ошибаться так, как... Не, нифига, нифига, выбирай. Гармония не в моем случае. У меня либо так, либо сяк, я это по себе просто знаю. Но если ты себя совсем ограничишь от всего, что ты, например, привык делать, не думаешь ли ты, что ты в какой-то момент еще хуже можешь сорваться? Это знаешь, это как... Факт, что то, что я привык делать, это то, что нужно было делать. Вот что я понял за вот это время. Не факт, то, что вот те вещи, которые я считал, что они мне помогают где-то оставаться на плаву, не факт, что это те столпы, которые были нужны. Я просто, честное слово, это немножечко чуть пересмотрел. Допустим, я понял, насколько неважен мой социальный статус в моменте, и насколько неважно, сколько я зарабатываю в моменте, насколько неважно, сколько у меня подписчиков в моменте, если я совершаю косяк. Косяк ты же совершил в нетрезвом состоянии. Это же все идет оттуда, ноги растут. То есть если бы ты был в трезвом состоянии... Я же трезвый себя довел до нетрезвого состояния. А самый парадокс, что год до этого не пил. И когда приехал в Новосибирск, я именно посчитал, что это безопасное место, где я могу расслабиться и, так скажем, выпустить пар. И это сработало катализатором вот этим психологическим. И скорее, вот, ну, именно из-за этого вот истеричное вот это белочное состояние и случилось со мной. Весь год запрещал, запрещал, запрещал. И в моменте выдал себе всю дозу, которая меня разрушила в моменте. Никит, вот мы с тобой, помнишь, обсуждали, и ты себя сравнивал с Высоцким, с Олегом Далем, и все эти герои, которых ты перечислил, у них у всех были проблемы, да, с зависимостью и так далее. И... Цитату хотите? А, цитату? Сейчас, пока там был, да, я читал параллельно книгу Андрея Шарьера «Мотылек» и «Достоевский бесы». И там, значит, Верховенский Степан Трофимович, он говорит, самые знаменитые люди и самые интеллектуалы – это карточники и пропойцы. Самые вот России – это именно они. Вот Достоевский сидел в Тобольске в тюрьме, и великий писатель для нашей страны остался. Но я уверен, что когда он сидел в Тобольске, вся интеллигенция Москвы говорила, что он картежник, алкоголик, и там ему и место в этой дыре в Тобольске. Я вот клянусь, я чувствую, что так оно и было. А теперь вся интеллигенция исповедует его романы и цитирует Достоевского. Почему-то именно с актерами и с актерским поприщем действительно связан алкоголь, проблемы с алкоголем и так далее. Вот почему, как тебе кажется? Не буду лукавить, много через себя эти люди пропускают, это все чуткие люди. Я даже по себе понимаю, что мне иногда просто хочется выключить свой мыслительный процесс. И я не могу его выключить ни валерьянкой, ни какими-то аптечными средствами, ни чаем с ромашкой, и сколько раз я пытался, ни пробежками. Ни, то есть этот мыслительный процесс не останавливается. Ну вот вообще. Если я не буду переживать... Ну вот, допустим, там, я не знаю, у меня сцена, где я там храню свою маму. Я вот недавно сейчас с режиссером созванивался, я помню вот офлайн 2 съемки,
И там вот сцена, где я должен покончить с собой. И я уже помню, я дубль на третий выхожу, и у меня уже начинается человеческая истерика. Ну, вы понимаете, что если честно не подключиться, я это честно не сыграю. То есть я вот, допустим, как актер не умею технически плакать. Если я играю там сцены трагические в фильме, то, скорее всего, в следующую ночь я не сплю. 100%. Ну, не то, что я не сплю. Это будет беспокойная для меня ночь. Это потому что, чтобы возбудить те процессы в подсознании, которые, как я всем говорю, что я играю, это не талант, это мой опыт. Не забывайте, это разные вещи. Именно поэтому я чуть иначе это все транслирую. Потому что, чтобы сыграть, надо вспомнить. Или чтобы сыграть, надо увидеть. Или, ну, или хотя бы подробно представить похожую ситуацию в жизни, да? И, то есть я не могу играть смерть матери и знать, что меня будут смотреть куча зрителей, которые с этим, к сожалению, в жизни столкнулись, и они будут знать, что я лжец, если я это сделаю недостоверно. Пускай сейчас зритель решит, нужен Никита Калагривый на экране и его персонажи или не нужен? Кстати, мы часто обсуждаем, что у нас в стране как будто бы нет института репутации, что вот эта вот пресловутая культура отмены, она как бы нам не знакома. Но по факту то, что с тобой произошло и происходит, да, как мне кажется, все-таки, ну, можно назвать это культурой отмены, потому что начали писать о том, что, значит, Бургер Кинг запретил вход Никите Калагривому, в эскорт-агентство тоже Никите запрещен вход, значит, убрали тебя из фильма с Михаилом. Про эскорт-агентство, слава тебе, Господи, если они убрали мой ход оттуда. Я сейчас понимаю, что как бы мне не хотелось себя защитить, как бы мне не хотелось себя там найти, ну, какие-то подтверждения, что я обязан был именно так поступить, пока я не нашел этого. И пока я считаю, что если я чаще вижу комментарии, что я знаю людей, я не буду сейчас напрашиваться и держаться за это место. Значит, чувствую, что я должен пока сейчас дать другим ребятам проявить себя, то ли уйти чуть на другие позиции творческие, может быть, сценарные, может быть, еще какие-то. Но я, условно говоря, не собираюсь занимать чужое место. Я это пропагандирую в своем творчестве. То есть я в своих интервью говорил, что играть должны те, кто необходим. Ну, понимаете? То есть, как бы, сейчас я говорю, очень понятная история. Сейчас, если придут, условно говоря, ребята, те, кто придет сейчас с СВО, там, с фронта, их не обманешь в кадре, и их родных, матерей, сестер, друзей, они захотят, чтобы они были герои, и они, ну, по факту, многие из них герои, и по факту, ну, я понимаю, что сейчас я не имею права и не слушаться, и свои позиции я изначально пропагандировал в сторону как бы народа и движуху за него. И раз уж я от народа и получаю, то значит мне надо так и сделать пока. Людей уже вот что-то начало смущать. Значит, я не буду дожидаться, как было про Петрова и Козловского везде. Хотя я говорю, ребята, это не их желание, а желание продюсеров. Потому что, к сожалению, не артист выбирает себе творческий путь. Он только может согласиться или нет. А еще он понимает, что кроме этого больше вряд ли он где заработает. Поэтому, к сожалению, репутация иногда во имя семьи может, ты можешь ее отодвинуть в другую сторону. А сейчас я понял, что во имя семьи я вообще все отодвину к чертовой матери вообще в другую сторону. То есть не перестану... Да. Саша, не надо чайки. Это супруга моя. Ой, очень приятно, здравствуйте, рада знакомству с вами. Она вас не слышит. Да, ну ладно, передай привет. Передай привет. Большой привет. Ну, дочку познакомлю чуть попозже. Ты сейчас дома находишься, да, у жены и у дочки, я правильно понимаю? Да, да. То есть ты сразу первым делом приехал туда после того, как вышел? Сразу.
Хотя я изначально хотел поехать куда-то на Алтай, я хотел, ну, куда-то хотел чуть побыть один вообще. То есть, у тебя сейчас есть время вот уехать куда-нибудь на Алтай? То есть у тебя сейчас в ближайшее время съемки не запланированы? Запланированы на полгода вперед. Вопрос в том, что я почему-то думаю, что я сейчас... Я сейчас делаю коррективы в своем графике. Они, возможно, не всем понравятся из моей команды. Но я понимаю, что я этого не делал очень долго. И это привело к тому, что я устал. Получается, ты оступился, да, совершил какой-то поступок, после которого люди, те, которые в какой-то момент начали тебе писать какой-то прекрасный, замечательный, они как будто бы в какой-то момент повернулись к тебе спиной. И мне кажется, что вот как будто бы для тебя это гораздо страшнее наказание, чем посидеть в тюрьме какое-то время. Ты что? Я там вообще не наказание. Я говорю... условно говоря, ну, я вот говорю, со мной поселили парня, Шахрус, если он меня увидит, цыган, и он говорит, блин, как ты тут все успел обжить? Я говорю, да, я говорю, дружище, ну, я говорю, вот я актер, и успел тут, ну, начать выживать, а вот он все время лежал, вот он настолько деморализован был, и я понимал, что, блин, елки-палки, ну, какие 7 дней, что там кормят, ты там спишь, что там, там тебя не истязают плетьми какими-то. Выспаться дали тебе, наконец, за это время. Единственное, там свет горит все время. Там всегда горит свет, и там очень холодно. А остальное, это единственное, что сну мешает. Но в остальном ключе я благодарен, что все сотрудники, которые там находились, исправительного учреждения, там было больше поддержки в мою сторону. И это больше было... Я изменил, я оставил положительный отзыв Алексею Николаевичу, начальнику. Привет большой, если он меня видит. Действительно, там было человеческое отношение. Действительно, если бы его не было, я бы не настолько подумал что-то переосмыслить. Потому что если бы я видел там какую-то муштру, тогда да. А я там видел действительно, что, ну, как тебе сказать, паренек, ну, подумай. Уже все желают, чтобы ты одумался чуть-чуть. Все хотят, чтобы ты маленько этот пар где-то выпустил, чтобы ты реально осадился. Ну, потому что мне даже мать там в каком-то моменте сказала, что Никит, ну, забыл ты где-то про людей, что-то ты там немножко возгордился где-то ты в себе из-за этого положения, из-за этих там поклонников, из-за этих толп, которые вокруг меня, да, из-за этих мыслей. И, условно говоря, я рад, что я там послушал 7 суток себя самого в тишине. Типа, а что я хочу? А я, ну вот, я чего хочу, каких ролей? И за последнее время я вообще как бы обращал, я там был с семьей, с дочерью, с друзьями, я с ними сидел на кухне, я у кого-то что-то спрашивал, может быть, я куда-то ходил в супермаркет и общался с костюмом. Ну, понимаешь, я вообще выпал за 3 года отовсюду, кроме самолетов, номеров и вагончиков киносъемочных. Мне охота вернуться чуть на других позициях. Я не хочу вот попрошайничать, я не хочу выслуживаться. Я хочу, ежели измениться действительно, и полностью быть уверенным, что я никогда в такую ситуацию больше не попаду. И меня притянешь за что. Вот тогда я хочу уже появляться. А сейчас я чувствую, что как будто ты знаешь, блин, вот что сейчас не работа, это будет подачка с продюсерской стороны для меня, что типа, ну, Никита, ну ладно с тобой, так и быть, снимем тебя в нашей комедии. И так все отобрали. И контракты, и деньги, ничего у меня уже не осталось. Я именно хочу подождать, когда люди сами скажут, Никита, возвращайся. Вот как только они это скажут, я вернусь и так же все пространство, что там было вокруг актерское. А пока они это не скажут, пускай династийные дитяти с чистой репутацией играют лучших людей нашей страны. Ничего страшного. Я считаю, в этом я и покажу свой мужской характер.
А если бы я сейчас начал семенить и перепрыгивать с пенька на пень по студиям, да на каждом шоу пытаться спасти себя и говорить, что там вот, меня пытается, ну, там, кто-то слить, там, да нет, сейчас политика тяжелая в стране, сейчас в стране тяжело, не надо. Сейчас. Я честно знаю это. Вот и все, и не буду никогда еще раз, там, как сказать, противоречить, там, каким-то своим позициям. Именно поэтому, вот, я считаю, что так вот я должен поступить. Смогу ли я, Лаур, это уже другое, я с тобой говорю только о намерениях. Смогу ли я так сделать? Посмотрим. Кто-то из больших режиссеров сказал, что актер... Я гений? А, нет? Что ты гений, очень конечно. Что актеры самые закомплексованные в мире люди. И чтобы пережить это, они играют в жизни других людей. Согласен ли ты с этим высказыванием? Да в чем-то согласен, безусловно. И мой мастер классные вещи говорил. Он говорит, успех... И популярность — это второе. Зачем вы прячете самое главное? Это то, что вы недосказаны, то, что вы не услышаны, то, что вам не хватило времени высказаться дома, папе, маме, другу. И поэтому есть потребность хоть кому-то это донести. А чтобы это хоть кому-то донести, надо появиться на сцене или еще где-то. Поэтому я, безусловно, считаю, что я прячу множество своих слабостей и комплексов, но я их и прорабатываю через свои роли. То есть многие роли меня многому научили. Да, какой-то там наглости, какой-то, может быть, наоборот, смиренности. Поэтому я соглашусь. Я больше соглашусь с этим высказыванием, чем не соглашусь. Ты еще говорил о том, что ты пошел в профессию, потому что ты хотел примерить на себя другие жизни, другие роли и так далее. Вот. У меня есть до сих пор ощущение, что я не успеваю жить. И вокруг очень много происходит событий, которые мне интересны, и люди. И поэтому актерское ремесло помогает сократить путь к тому, о чем ты мечтаешь. Вот, допустим, в армии не получилось у меня отслужить, но зато я не вылажу из военного кино. Да, у тебя очень много работ. У тебя, мне кажется, большая часть работ делится на работы, где ты бандит или гопник, или плохой парень просто. Да. Либо ты где-то военный, военнослужащий, да, что-то такое. Да, и поэтому я рад, что жизнь так распорядилась, что она меня не лишила этих навыков. А я, когда попадаю на площадку, понимаю, что за меня стоят там военные ребята. И я не должен быть хуже бегун или скакун или стрелок. Ну, естественно, я хуже, но стремление у меня быть такими же. Поэтому я рад, что профессия дает мне эту часть жизни. Или там часть жизни про спорт. Тоже понимаю, я мечтаю сыграть там боксера хорошего. То есть у меня есть это... То есть Мухаммеда Али какого-нибудь? Ну да, что-нибудь или... такое значимое, значимое. Ну или, кстати, нашего Хабиба. Да, 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 потрясающий боец. Mm-hmm. Очень, я считаю... И вообще, я больше даже выделю для себя его отца, как пример, Царство Небесное, Абдул-Манап. Он, потому что именно как раз вот то, что мне нравится, они занимались без условий, с абсолютной отдачей, верой, дисциплиной, и показали, как дисциплина бьет класс. Абсолютнейше показали всем. Хотя я Конора Макгрегора как представление больше люблю, но, конечно, Хабиб, как человек, к которому стремиться и там брать с него пример, я считаю, он молодец. Давай. Блин, реакция, мощь. Блин, а мы боксировали почти... Сколько у тебя вес-то добыл? А, ну, я... 90, ты малютка 90, вообще был. 90. Тренировочку организовать. Электрон, Северспорт. У нас даже куртки были. Весь район мою куртку носил. Северспорт бокс. Чтоб все знали, что это боксер. Шалва, понял? А помнишь вот этот... Багульск... Не, не помню, какие Багульск. Областные. Аркаша мне... Чего ли ты прыгаешь? А я там перед боем, фух, что-то там шу-шу-шу, и меня сразу в первом раунде, пум-пум-пум. И он мне, я иду в коридоре, и вот ты там прыгал, балбес. Лучше бы, говорит, боксировал нормально там. Это прям, это хороший скетч был, я помню. Такой, фу-фу, сейчас такой заряжу. Ну да, я как Рокки, там вообще было просто мощь. И получил просто за минуту. Ну, красиво, красиво. А Джо Фрейзер или Мухаммед Али? Мухаммед Али.
Мухаммед Али, я про него посмотрел потрясающий документальный фильм. Две части там, да? Меня зовут Мухаммед Али. Тец-тец. Давай, давай, снимай. Одну, пацаны, для вас чисто. Ну выше сделай чуть. Давай. Эш, Али. Эй. Не, это понты. Это чуть другая история. Я, конечно, многое беру от Мухаммеда Али. Я обожаю его высказывания про расизм и про почему ангелы, значит, все белого цвета, почему все святые все белого цвета, почему все, что плохое, все черное в мире. Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white. Putin and Mary and even the angel. И мне кажется, это потрясающая вот мысль, которую я сам себе тоже задал. Думаю, вот такие части интервью надо, конечно, людям показывать, чтобы вот избегать вот таких вот вещей. Вы представляете, то есть он столько выиграл для страны, да? И то есть, и очень похоже, короче, его жизнь на мою сейчас, понимаешь? То есть, ну, то есть такие же движения какие-то идут, такие же перепады. А сколько его гнобили, а сколько его там хейтили, Мухаммеда Али, сколько там считали, что он, ну... И он классно сказал, он говорит, что это я не буду высказываться? Если бы я проиграл, вы бы меня с землей сравняли бы все. А теперь получите по-братски вот так вот. Привет, ребята, привет! А у вас сейчас каникулы или вы учитесь? И как, не скучно? Эта сцена, самая первая сцена моя в жизни, с которой я начинал свой путь творческий. У нас здесь был замечательный творческий коллектив. Ну что, дайте хоть с вами пообщаться чуть-чуть. Кто вопросы хочет задать? А? Давайте узнаем, какие фильмы смотрели с Никитой, что нравится. Школа пацана. Школа пацана, это понятно. Что еще? Вот, по щучьему велению. А вот, Юбеля. Вот. Вот, классный фильм. Кто? Может быть, кто-то хочет какой-то вопрос задать Никите? У нас, я думаю, есть 5 вопросов, можно задать будет. А кого? Давай. Никита, мне кажется, сам не ожидал такого теплого приема. Никита, ну что ты чувствуешь? Скажи нам сегодня здесь, находясь. Ну, слушайте, большую ответственность. На самом деле, я бы хотел, чтобы эта встреча... А ну, тишина! Молодцы. Смотрите, чтобы эта встреча кому-нибудь послужила мотивацией. Потому что, когда я приехал в эту школу, в 8 классе, я понятия не имел, чем я буду в жизни заниматься. Вот понятия не имел вообще. А закончил 11 класс и поступил в наш университет спортивный на тренера по боксу. Вот думал, что туда я пойду. И вот мой вам совет. Есть у вас эта сцена, те, у кого есть творческие какие-то мысли или сомнения, используйте этот плацдарм до вашей взрослой жизни. Потому что тут вы можете ошибаться. Тут вы можете, что хотите создавать, контент, подкасты, делайте, что хотите. У вас это творческая студия. Предлагайте сюда какие-то конструктивные изменения. Я бы тут перекрасил все эти стены. Убрал бы вот эти вот занавесы. Сделал бы классную молодежную лабораторию творческую. Это было бы очень... Заняться, вполне я, кстати, могу этим заняться. Никита пришел в класс, в 7 класс к нам в школу, сразу же взял внимание на себя. В течение 2 часов он рассказывал разные истории своей жизни. Новенький мальчик прибыл, коммуникация такая, юмора столько. И уже
на протяжении всех оставшихся лет, что я могу сказать о Никите? Когда Никита появлялся, он заполнял собой все пространство какой-то особенной радостью. То есть все почему-то радовались. У него прекрасное чувство юмора. Когда мальчишки-девчонки поздравляли с 23 февраля, с 8 марта, им было задание, значит, рассказать о девочках. И Никита, он пародировал, как девчонки собираются утром в школу. То есть как они красят глаза. Он открывал рот, он закрывал глаза. То есть это было так смешно. Было сразу ощущение, что он будущая звезда, что он будет... Нет, что ребенок талантливый, ребенок, говорю, да, талантливый, ну и выпускник потом талантливый, это было без сомнения. Но я еще что хочу сказать о Никите. Природа наградила Никиту не только талантом, но еще вот человеческими хорошими такими чертами. В частности, это вот доброта, отзывчивость и благодарность. Вот 12 лет закончил Никита школу. И только Никита в течение 12 лет с каждым праздником меня поздравляет. Причем он не просто присылает мне картинку там, а он звонит мне по телефону. Он спрашивает, как ваше здоровье, Ирина Георгиевна. А я говорю, Никитушка. А он, Ирина Георгиевна, как ваше здоровье, как у вас дела? То есть вот, мне кажется, вот это очень дорогого и стоит. Что нужно учителю? Учителю, ну, наверное, внимание и благодарность учеников. Пока нас помнят, ну, мы живы в своих учениках. Ну вот, эта черта удивительная. В течение 12 лет с каждым праздником по телефону все узнает. Поэтому... А вот во время учебы, вы же все-таки преподаватель... Русская литература, да. То есть, наверное, он писал какие-то сочинения. Ну, как вам сказать? Не совсем, да? То есть, писал плохо? Нет, он не писал вообще. А, вообще не писал? То есть, даже не сдавал? Нет. Задавали домашнее задание, он не делал? Нет, он домашнее задание делал иногда, и сочинения иногда писал. Но сказать, чтобы вот проявлялось какое-то вот это творчество, творчество проявлялось в другом. Он мог говорить. Он мог говорить, пародировать, изображать. А стихи читал на... Конечно. Да. А вот что читал? Выразительное чтение. Мы тогда готовились с ним, когда он поступал в Институт культуры, читал Зощенко рассказ. Потом приходил ребята. Вот читал, да. То есть сочинение писать, это не его было. Он сам очень живой, эмоциональный, живой, артистичный вот такой. И вот слово, да. Вы им гордитесь? Не, ну, конечно. Конечно, я горжусь своим учеником, талантливый, и я сейчас даже не знаю, как это сказать, купаюсь в лучах его славы. То есть у меня сейчас есть ученики, я с некоторыми ребятами занимаюсь, готовлю их к экзаменам для ВУЗ, и когда они узнают, что я учительница Никиты, то они приходят в такой восторг, как будто я заслуженная артистка России. То есть я сегодня утром отменила урок, Нижневартовск, мальчик Дани. Я ему написала, 11 класс, что я не смогу провести урок, еду на встречу с Никитой Кологривым. Он мне пишет: «Ого, Ирина Георгиевна, фотку мне сбросьте, пожалуйста, фотку». То есть и я такая гордая, я учительница Никиты Кологривова. Ребят, у нас есть возможность задать вопросы, да, из зала. Из какого ты класса, Матвей? Из третьего. Прекрасно. Матвей из третьего класса хочет тебе что-то сказать. Давай, спрашивай. Никита, это правда, что ты косоглазый? Да, смотрите, сейчас все просто будет. Я вам объясню магию своего взгляда. Смотрите, когда я фокусируюсь, у меня косит глаз. Но когда я расслаблен, вот так, этого незаметно, правильно? Но как только мне нужно из толпы вычленить одного человека, фокусировка сразу сводит глаз вот налево. Вот, раз. Вот как мне найти камеру? Вот она. Все, и глаз съезжает. Это физиология. Но вы знаете, это мне дает приятную особенность в кино. Ну вот у тебя были комплексы? Конечно. Вы что, у меня есть комплексы даже вечером, когда режиссер говорит: «Кологривый, хватит шутить! Это серьезная сцена, не надо косить глаза!» Я говорю, ребята, это просто устал глаз и свет, когда вечером появляется. Просто невероятно. Да, поэтому куча тонкостей. Но, ребята... Я когда поступал в Щепкинское училище, Щукинское, которое я не перевариваю,
Мне там сказали, что мне никогда с такой внешностью не стать артистом. Я именно поэтому не люблю эти вузы в этом, в кавычках, потому что считаю, что искусство выше внешности. И не смейте детей пугать. И пускай они не боятся идти в театр из-за того, что у них внешность. Наоборот. Посмотрите на Кэмбербэтча. Посмотрите, да, на самых интересных артистов. Эдди Рейдмэйн. То есть это всегда странная внешность. Это всегда что-то интересное, что-то необычное. Поэтому всем очкарикам, короче, ребята, респект. Зачем ты пошел на программу с Гордоном? Закрытый показ. Я, во-первых, думал, что это интервью будет. А, то есть ты думал, что ты идешь на интервью к Гордону? Да. А ты не знал, что он не делает интервью? Не знал. Меня привезли из Питера, блин, специально на Сапсане туда. Я думаю, ну, блин, надо дать интервью. И все, я как-то его не видел никогда, ни передач, ничего. Потом мне сказали, что надо обсудить подельники. А почему ты тогда решил, что это круто ехать к нему на интервью, если ты никогда его не видел, не слышал? Потому что у меня опыта мало было интервью. Вот у меня они все и случились. Вот я как бы, надо и надо. Тем более, когда в бешеном графике. Ну кто-то тебе сказал, что, Никит, давай ты пойдешь к Гордону посмотришь. Сказали, что да, ну, позвали. Я дал согласие агенту, да, все. Ну, и ты туда приходишь, тебя сажают. Нет, я уже когда поехал, мне сказали, что там надо обсуждение, ты напутали, я говорю, ладно, уже поеду. Посмотрел «Подельников» с Пашей Деревянко, с Юрой Борисовым. Классное кино, кстати. И Лиза Яковская там. И все, приехал, дал джазу и уехал. Так я вообще не поняла, почему вот этот конфликт произошел, потому что ты, в принципе, ну, нормально отвечал, ты, в принципе, дал Да потому что он черт просто, и все, по жизни, и все. Тут все очень просто, он просто... Ну, он хотел тебя спровоцировать, да ты как это сам видишь? Да я откуда знаю, что он там хотел, я просто не терплю такой тон, все. Что он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ, вот сидят с ним и качаю там с экстрасенсами. Почему Гордон решил? Мне одна бабка, вот это классно, я в Сочи снимаюсь, и она такая, «Калагривый!» И она смотрит, вокруг меня куча детей, и она, «Ты такой популярный, что ли?» Я говорю, «Да». Она говорит, «Гордон тебя сделал!» И я такой, «Ах ты, думаю, блин, фан-база». Старая гвардия. Первая, да, первый канал, конечно. Первоканальная, да, фан-база. И она прям такая, сука. Но он тебя. Я говорю, я сын богатых родителей. Я говорю, мне все сойдет с рук. А у тебя какие были чувства и ощущения, когда ты уходил и вот встал? Я был счастлив. Я был счастлив, как будто я сунул в морду тому, кому надо. И вот я вышел полностью одухотворенный, радостный, что я просидел там 2 минуты, потому что это жуть. Ну, этот вот зал, эти люди, все какие-то как куклы. То есть и Гордон. Ты сейчас договоришься до того, что тебя на Первом канале не будут показывать. Не, ну, Гордон не Первый канал. И не считаю, что он вообще его не лицо Первого канала. Ну, работает. У него несколько проектов на Первом канале. Да? Да. Ну, потрясающе. Ну, в общем, хорошо, что я там не работаю. Ты пожалел о том, что ты туда сходил? Нет. Потому что меня люди встречают. Красава, Никитос, красавчик. Гордона правильно послал. Беса. Ну, понимаешь, после вот таких историй у тебя сохраняется такая репутация и такой амплуа скандалиста. Да. Тебе это нравится? Тебя это не беспокоит? Где-то беспокоит, где-то нет. Что ж поделать. Не вафлиста самое главное, а скандалиста. Ничего страшного. Есенина, помните стихи? Скандалист тоже был. Ничего страшного. У тебя, кстати, планируется кино, где ты будешь играть Жириновского, Владимира Вольфовича. Я надеюсь, что это случится. То есть, или это какая-то была предвыборная история? Я не знаю, что это было. Это было чье-то желание. Ничего толком не готово пока. То есть, просто как-то к тебе пришли? Но намерение. Намерение у нас есть. Просто я считаю, что действительно нужен кастинг. Потому что это действительно шанс для многих проявиться. У меня этот шанс уже был. Я не хочу забирать все. И я не боюсь конкуренции. То есть я считаю, что почему бы нет. Многие из-за меня узнали о том, что есть такой кастинг. Вы даже похожи. То есть там есть вот эти вот Говорят, что он был совершенно другой, когда молодой. Да? Вот эта его бравада, наглость, дерзость появилась, говорят, после 40.
То есть, когда он уже начал осязать то, что там просто... А так он был очень продуманный человек. Ну, он всегда хорошо говорил. Да, он же историк самый, он очень... Безусловно. Я его лекции слушал. Да. Когда смотришь твою, получается, фильмографию, да, на Кинопоиске, например, складывается впечатление, что ты снимался в какой-то момент во всем подряд, в том, что тебе предлагали. Так и есть. Почему? И сейчас так делаю. Почему? Ну, потому что у меня не было средств на существование. И пока кто-то мог обдумать материал на Майорке где-то с родителями, походить на спектакли, подумать, в 32.05 зайти, мне нужно было искать деньги, чтобы дожить до следующего проекта. Вот и все. Поэтому тут даже не вставал вопрос. Но сейчас же ты можешь себе позволить не сниматься во всем подряд? Нет, как видите. Почему? Снимаюсь подряд, я имею в виду подряд по времени, а, конечно... качестве выбираю теперь, да, безусловно. Но, вы знаете, так мне повезло, что люди, которые я им не подхожу, вряд ли будут ко мне обращаться. То есть все знают мой характер сложный, все знают, что бессмысленно меня звать на какие-то коммерческие движения, если мы с вами тем более не знакомы. Если этот материал не важен для вас, а просто вы исполнитель продюсера, которому надо забить дырки знаменитыми артистами. Вот такое я не беру. А я беру интересные работы. Вот сейчас взял короткий метр у ребят сняться. Ну, я соглашаюсь с удовольствием на некоммерческое кино. Я считаю... То есть малобюджетное, да? Где... Да, просто там сейчас времени действительно нету, потому что я контрактовался с другими компаниями, и я им обязан. И сейчас уже другой вопрос. Но я всегда знаю, что наша работа артистов успешных — помогать артистам менее успешным, чтобы подтягивать, уравновесить за счет все. Себя. Есть роли, за которые тебе стыдно, или фильмы, в которых ты бы не хотел участвовать? Mm-mm. То есть все, где ты работал и все, где ты снимался, тебя устраивает? Я это не изменю уже, это раз. Два... Ну, бывают и роли, за которые просто неловко. Или фильмы. Да нет, так часто как неловко. Же... Посмотрите, Брэд Питт, как отвечает на это. Он говорит, хотите памятку, как не надо, посмотрите мои ранние фильмы. Все. Не может идеально все играть. Нет, даже дело не в твоей игре. Я понял, убрал бы я какие-то работы, которые я считаю... Да, ну просто, знаешь, бывает так, я уверена, в твоей жизни такое было неоднократно, где ты читаешь сценарий, и тебе кажется, о, классная идея. А потом ты, когда видишь, что в итоге собрали... Материал, да. И как это все выглядит уже в итоге, да, на выходе, это все, максимально плохо. Магия монтажа, да. Да, магия, мы понимаем, что кино делается в монтажке. Ну вот поэтому я иду за режиссером, потому что талантливый режиссер, он умеет и монтировать. Я общалась с твоим коллегой, может быть, товарищем Пашей Прилучным, и он мне как раз говорил о том, что он тоже снимается во всем практически, что ему предлагают. А, кстати, что... Паша Прилучный. Да. Забыл совершенно. Что? Один из первых тоже, кто меня поддержал, и как сибиряка, и как в принципе личность, и мы с ним оба из учились в Новосибирске, оба учились у Голомазова. Но его оба такие плохие парни. И мы плохие парни. То есть он вечно в скандалах. Любвеобильный. Да, в скандалах, все дела. Но при этом он мужчина. Он тоже умеет извиняться. Это его большое качество, я считаю, человеческое. Он пацан. Настоящий такой. Он может с нами, с пацанами также. Вообще легко. С охранниками, со всеми. Он с людьми вот в контакте. И это и с детьми. Дети тоже его обожают. И он тоже такой же эмоциональный и вспыльчивый, как и ты. И он эмоциональный и вспыльчивый. То есть я когда поступал, мне говорят, о, второй Прилучный приехал. Я говорю, я буду лучше, чем Прилучный. Но, Паша, большой привет. Пашка, конечно, много мы с ним и поснимались. Да, и в клетке, и по вызову. И брата моего играл. И я действительно его воспринимаю как старшего брата для себя. Поэтому даже у нас были там какие-то разногласия, конфликты. Но я думаю, что он с высоты опыта чуть проще к этому ко всему относится. Вот есть такое ощущение. Ну и в нашем интервью он, собственно, говорил о том, что он соглашается практически на все роли, потому что для него это источник заработка. Нужно только с открытыми руками и с чистым сердцем подходить к любой работе абсолютно. Я мыл полы в институте, помнят. Я делал из этого прям шоу.
Ну, надо было, ну, деньги какие-то. Я делал из этого шоу, серьезно. У меня прям танец был. Говорит, я к этому отношусь никак, вот я там творчество, я там что-то. А я это, ну, вот мое ремесло, моя профессия, я таким образом зарабатываю. Для меня это важно. Угу. Вот, а у тебя какое отношение? Блин, не знаю. Я этим живу как-то. Я зарабатывать обожаю. Это первый мой мотиватор. Бабки хорошие за фильм, конечно. Но вопрос в том, что я настолько жду всегда, когда я получаю эти деньги, еще и процесс, что я не могу понять. Мне кажется, тут разделять не надо. Мне кажется, Паша тоже в хорошем смысле лукавит, потому что он любит площадку. Он... Нет, он не говорит, что он не любит, он любит кино, но имеется в виду, что он поэтому и снимается. То есть есть... Да, поэтому есть... мы любим это детище. Нет, вот есть, например, Юра Борисов, да, который очень избирателен в выборе ролей. Он вот выбирает только определенную роль. Там Саша Паль есть, тоже такой достаточно избирательный в том, что он снимается. Да, я знаю, Саша Паль очень избирательный. Да. Он при этом прекрасный артист. Талантливый парень. Да, очень талантливый. Я, кстати, думала о том, почему вот слово «пацана» он не снимался, потому что мне кажется, что он, это его органика была бы. Абсолютно его органика была бы. Так он с района тоже, он пацан. Так я поэтому говорю, что мне кажется, он очень бы вписался. Не, он, знаете, много о нем ходит хороших слухов, как о мужике. То есть он много кого защищал. Я много слышал историй, что он себя проявил как мужчина. Эти качества я уважаю. То есть, в каких ситуациях? Ну, ситуации, где там девушку обидели, оскорбили, он за нее заступился, там, или еще какие-то. Или он тоже провокатор еще тот, в моментах. Ну, то есть... Ну, он такой понятийный, это видно по нему, да. Что он с понятиями. Человек понятен. С понятиями, в отличие. С принципами такой. У меня они там где-то еще перебираются. Как мои педагоги говорили, что «Калагривый, тебя на курс с верхней полки плацкарта сняли. Ты откуда-то оттуда спрыгнул, Владивосток, Молдова. Где-то ты там выскочил». Но мне это радует, потому что я действительно себя не чувствую далеко от людей. И они это чувствуют. Самое главное, что они не боятся ко мне подходить, трогать, обнимать меня. То есть... Что ты такой народный. Знаешь, мне кажется, что вот есть время там, Бодрова, время Безрукова, да, они такие были символы поколения. Угу. Вот можешь ли ты себя отождествить с этим? Конечно, нет. Конечно, это не мое дело вообще. Не мое быть дело. Символом поколения, ты себя не чувствуешь им? Я не то, что... Нет, я чувствую, что это получается, но я знаю, что это, ну, елки-палки, чтобы себя назвать символом поколения. Считаю, там, Майкл Джексон. То есть это не скромно? Это не скромно совсем. Не то, что не скромно. Я к этому стремлюсь. Это, если я сейчас назову, то я, получается, всю свою оставшуюся работу перечеркиваю. Нет, я буду долго стремиться к тому, чтобы стать символом поколения. И чтобы мне памятники поставили, еще что-нибудь. Я, безусловно, хочу добиться таких высот личностных. Но при этом хочется себя честно и гордо называть символом поколения, если уж так будет. Ну и тем более хочется осознавать, что я не один буду символ, а что у нас будет набор каких-то символов здесь. Я это вижу прекрасно. Я мечтаю знакомиться с талантливыми людьми, с ними коллаборировать. И поработать. Может, я и как режиссер поработаю, и как продюсер, и как... Неважно. Но я уверен, что нас ждет очень интересное будущее почему-то. И уверен, что я стою у истоков изменений в нашем столетии. И... Киноиндустрии, ты имеешь. И, к сожалению, или к счастью, я должен буду получить за следующее поколение. То есть я должен буду послужить, видимо, примером, как надо и не надо. Так же, как и прошлое, наши люди какие-то знаменитые это делали. Поэтому хочется мне... То есть это твоя некая миссия? Быть достойным, да. Мне хочется для себя, для самого быть достойным, чтобы я мог такой, ну да, тут ты красавчик. Тут ты до талого дотерпел, доделал все. Споров нет. И я не мог себе представить, какие трудности сейчас будут на моем пути. И вот сейчас понимаю, что ага, вот какие... Я-то думал, вообще другие будут. А тут как бы я оп-оп-оп и посыпался на простых каких-то вещах. Там. Поэтому вот хочется этого избегать в дальнейшем. Ну, то есть вот есть путь Паля и там Юры Борисова, да? А есть путь вот Паши Прилучного, да? Который
говорит открыто, что вот я работаю, зарабатываю. Да, и в этом для меня больше вот какая-то честная позиция. Потому что нечего лукавить. Мы все за эти роли получаем большие деньги. Выбираешь ты, не выбираешь. Но если тебе позволяет жизнь, ну, как сказать, быть самодостаточным, просто мы с Пашей выросли в лишениях. Ну, ребята же тоже, они же не каких-то семей. Я не знаю, какие лишения у кого были. У кого-то они финансовые, у кого-то они моральные, у кого-то еще какие-то. Но явно, что и Паша, что и я, мы дорываемся до славы. То есть мы ее жадно хотим, мы стремились к ней. Необходимо было. Видимо, Юре не так необходимо это, раз он может выбирать и спокойно существовать. Причем я к нему очень хорошо отношусь как к артисту. Про него критики вы не услышите нигде от меня, потому что я считаю, что Юра Борисов достойно занимает те места и иерархии, которые нам предлагают продюсеры. Вот что не фильм — хороший фильм. Что не роль — хорошая роль. Честная, добрая, на него приятно смотреть. Он излучает из себя какие-то правильные вещи. То есть я его нигде не слышу, не вижу. На тусовках, на херовках. То есть он человек, вот, ну вот, я знаю, что он еще очень воцерковленный человек, он верит в Бога, что тоже... Ну, не просто верит, он и религиозный. Религиозный, да. И не может вызывать уважение, потому что религия — это аскеза, это лишение там всяких пороков в себя, да, то есть... И я человек полный пороков, поэтому я, конечно, таких людей, как Юра, смотрю как бы, ну, с уважением. Я думаю, что мы бы с ним подружились, если бы пообщались. Ты, кстати, занимался, по-моему, буддизмом, если я не ошибаюсь. То есть не то, что занимался, я пытался изучить философию и примерить ее на свою жизнь. Пытался меньше злиться, меньше материться, меньше драться, меньше... Ну, то есть искал баланс. Не нашел. Это твой район. Это мой район. Это мой район, это мои дома. Но это на самом деле не самое злачное место. Сейчас засыпали свалку. Она находилась в той части нашего частного сектора, которая называется Шанхай. Угу. Называется он Шанхай почему? Вот смотрите. Видите архитектуру вот этого здания и вот этого вот? Вижу. И вот это вот. А теперь посмотрите на перспективу. Все разное, все разных цветов, все разные материалы строительные. Прошу вас дальше. Из-за этого называется Шанхай. И у него очень большая протяженность у этого частного сектора. Начинается от Калининского универмага и заканчивается... Дом одежды, да, Рубик? Ага. И на Дом одежды заканчивается, да. Вот недалеко моя школа. Я здесь учился в двух школах. Четвертый класс в школе номер 122. Она находится вот там, в девятиэтажках. Там у нас есть замечательное место «Мандаринка». Это футбольное поле, где все играли. Вот. И потом 12-я гимназия, это с 8 по 11 класс. Но она уже находится в цивильном районе, то есть он такой интеллигентный считается. Там живут там врачи, интеллигенция, то есть там больницы. А ты туда перевелся, потому что вы переехали? Переехал, да, я жил на Украине, и меня там выгнали из школы в 7 классе. Почему? За плохое поведение. Что ты делал? Да, много чего хулиганил. Ну как ты хулиганил? Дрался. Провоцировал учителей, там, мол. Ну, в общем, вел я себя действительно похабно, но... Но это с чем связано было? Это как-то внимание хотел конечно, привлечь? Конечно, это внимание, безусловно. Это то есть, та часть меня, которая еще до сих пор существует, которая позволяет мне делать глупости. Это вот это эго нереализованное где-то, поэтому... У тебя счастливое было детство, вот время, когда ты здесь жил? Трудное. Трудное. Здесь все было мне трудно, когда вплоть до пути до школы. То есть весной здесь все течет, к чертовой матери. Тут все льется, тут не сделано, мало чего сделано. Потому что его то сносить хотят, то еще что-то. А вот с кем ты ближе был, с папой или с мамой? Непонятно. Я жил просто долгое количество времени и с папой, и с мамой после их развода. И это совершенно разные миры. Понимаете, мать на Украине, отец здесь, в Сибири. Все очень похоже, даже если брать атмосферу, понимаете? Да. Там тепло, солнечно, во дворе алыча, груши, яблоки, виноград, грецкие орехи, каштаны. Здесь рябина. Рябина и все.
Вот реально. И ты как бы оттуда из изобилия приезжаешь, и там мама все разрешает. Ты там гуляешь, там, ну, то есть. А здесь все немножко тебя берет, как, знаете, такая аскеза. Угу. Житейская аскеза. То есть ты тут как бы правильно вчера сказали, да, что объединяет людей здесь общий враг — это природа. Угу. И здесь, потому что она трудно в ней жить, если ты друг ну, да, другу такая суровая. Ну, помогать, если не будешь, умрешь. Да. Поэтому здесь люди привыкли на уровне интуиции не лицемерить, а действительно помогать. Но здесь все-таки я считаю, что моя была перебежка такая в этом доме, который здесь находится. То есть временное пристанище? Временное и не совсем желанное с моей стороны. Ты не хотел здесь жить, да? Да, я не хотел здесь жить. Почему? Ну, потому что здесь, как сказать, потому что это не мой дом. Это дом другой женщины. Угу. Как бы из другой семьи. И я тут вынужден жить долго. Угу. Вот, что короче, ты попадаешь в какое-то гетто такое. Подожди, и... ну ты, получается, у тебя папа женится или там начинает жить... На женщине жить другой, да. На другой женщине, и ты остаешься с отцом. Я остаюсь сначала с мамой. До 7 класса на Украине. Ты уезжаешь сначала, да, с мамой, а потом почему ты возвращаешься? Потому что меня выгнали из единственной русской школы. Ну подожди, ну ты же мог бы пойти... А меня не взяли. А, просто не брали. И у тебя как бы вынужденное было. То есть ты бы, по сути, там остался, возможно. Ну, мать сказала, что если бы не отцовское воспитание, я бы мог оказаться в других сейчас местах. При всем при том, что они расстались, она знает, что только он сможет из меня... Сделать человека. Да, то есть только его волшебный взмах, его волшебной руки сможет остановить мои какие-то желания. Что нельзя было, опаздывать нельзя. Не дай бог от меня там курево, молкошко будет. Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Мог и получить я, если опоздаю минут на 5 или еще что-то. То есть он армейская. Наказывал ремнем или чем? Да, и не только ремнем. Какими-нибудь, например, замечательными заданиями. Какие? Типа перенести кирпичи вот там. А, ну то есть он тебе такие на выносливость. Он, нет, он обожал, да, нас как бы. Он не переваривает качество лень. Угу. То есть он не разрешал нам спать долго. То есть воскресенье, он подъем. Мы говорим, 8 утра, это же воскресенье, единственный день. Вставайте. Вставайте, да, и шуруйте. И я считаю, что во многом он из меня выбил белоручку. И мне как бы в трудных условиях всегда, так скажем, не то, что мне не сложно, но я знаю, что делать. Короче, куда-то мы вышли, черт пойми куда, но это не важно. Ну подожди, ну ты хоть покажи какой-нибудь дом, может быть... Я не знаю, где мы идем. Твоя, авиакила, она даже не знает, его. Куда мы идем, понимаешь? Мы хотели же посмотреть дом. Надо дом твой показать? Да. Да куда? Мы до него сейчас... Идти, это вообще другая сторона. Далеко? Мы хотели бы вам показать, на самом деле, где ты вырос, но я понимаю, что не любил это место. Давай мы просто это подснимем отдельно тебе в репортаж, прям фотку сделаем дома. Да? Не, ну мы хотели постоять рядом, посмотреть. А ты сейчас ближе с отцом или с мамой? И не с тем, и не с тем. Не общаешься? Общаюсь и с мамой созваниваюсь. Просто мама живет на Украине. Это сейчас понятно. Ну, понятно. Но при этом мы с ней каждый день диалоги, просто не видимся. Когда ты ее видел последний раз? На свадьбе, по-моему. Это когда? Это... 3 года назад? 4? Больше? Да, наверное. Где-то так. У тебя дочка 3 года, получается. Да, будет вот... она ее не видела еще, да. А, то есть прям давно. Ну ничего, я как бы бродяжья жизнь, ты знаешь, она мне и с другой стороны и дает это отношение к людям. Потому что я как бы себя везде чувствую уютно. Я везде могу переночевать, у меня нету такого, что знаешь, ой, я здесь не лягу. Я везде лягу. Понимаешь? Поэтому тут такого, наверное, нету. Но зато я считаю, что я благодарен этому детству именно за то, что я научился из говна конфетку делать. Такая фантазия родится только в таком месте. Ты знаешь, это как на Рублевке говорят... побегаешь, что там, все есть вам, все качельки, все теннисные корты. А вот тут побегайте, попробуйте-ка придумать. Вас тут еще и собаки погрызут. Тут стаями они бегают, стаи. Угу. Вот такие стаи, когда течка, ты прям видишь такие стаи, короче, куча собак. И у нас Сэм, когда живой был пес, он сбегал, и мы по ночам ходили искать. Потому что он туда к стае прибивается. Жесть. И шуруют туда, и все. И ты потом уходишь по частному сектору ищешь.
Слушай, на самом деле, ты знаешь, это есть такое выражение, что вот творческий человек должен быть голодным. Угу. Тогда он действительно может чего-то добиваться, у него будет желание. Да. Он будет все делать для того, чтобы куда-то прийти. Ну, просто, вот. Знаешь, парадокс в том, что большая часть мира живет в голоде. И почему художнику достучаться до них проще, если он голодный? Потому что есть о чем разговаривать. Да. Понимаете, вот то же слово пацана. Вот сейчас вы понимаете, что у нас тут, поверьте, слово пацана ходило четкое вообще. На районе. Но у тебя, кстати, были ситуации, когда... Были, не раз. Когда вот как в фильме. В фильме они логичные, а здесь все очень страшно и абсурдно. То есть просто ни за что могут была подойти? Была история, где мне рассказывали, как парню из-за того, что им не понравилось BMX, велик BMX, да. Ему положили доску на голову. И катались на этом BMX'е вот по голове ему, вот пока вот он, значит, такая экзекуция. Вот, вот в этих домах это было. Вот. То есть это какие-то твои знакомые? Да. Жесть. Поэтому... Но ты же сам такого не делал? Не делал, слава богу. Но вот, допустим, могут там тебя там, окунуть головой там, в унитаз, что-нибудь там. Просто так, на ровном месте? Могут тебя... Ну, не, на ровном месте это не будет. Знаете, все самое страшное. Здравствуйте. Приветствую. Как оно? Ништячок? Снег себе кидаете? А? Ну, у вас-то хоть ништяк, удобно, блин. Хорошо в себе. Да, вообще, бомба, бомба. А чего тебе в детстве не хватало? Мне денег. Тебе родители не давали? Давали, мало. Мало это сколько? 100 рублей в день я вот получал. Ну, это в каком возрасте? Сколько тебе было? Ну, это... Ну и потом уже я больше работал, ну то есть как-то там когда уже ты начал с 18 работать? Лет я уже там... Ну 18 ты уже такой, ты подросток, а вот до а этого... А там у меня некуда тратить было, я занимался боксом, учился в школе, все. У меня жизнь-то была, что... Пришел со школы на тренировку, с тренировки пришел, уроки сделал, позанимался, лег спать, все. А вот первый раз, когда ты попробовал курить? Курить? Да. Ты курил вообще? Да. Конечно, курил. Ну на Украине как раз, когда модно было. Бонд я курил, Кэмэл курил. Ходили поштучно, короче, покупали их. Тут не курил, потому что получал... Папа мог, да, получить, поэтому тут был на свай. А пить? Напился первый раз когда? Напился потрясающе. На даче мы напились, причем нас старшие как-то с братом надоумили. Типа, кто из вас круче выбухает спирт? Это сколько вам было? 14 мне было или 12. А брату 14, по-моему. И томатный сок тебе я запомнил. Тебе 12, ему 14. Да. И там была жесть в том, что мы напились и потерялись. Потом мне рассказывал брат, что отец меня поливал холодной водой, я его материл. Потом я пил марганцовку, а на следующий день он привез, короче, он говорит, сейчас будете похмелье выгонять. Мы думали, он убьет нас, а он привез КамАЗ дров. И надо было эти дрова, у нас участок, ну, неудобный для того, чтобы переносить их, где у нас дровница находится. И ты должен перетаскивать, короче. И это был такой ад. Была жара, у тебя похмелье, и ты таскаешь дрова. Вот я помню, это вообще жесть. То есть папа вас так хотел... Да. Проучить. Да. Чтобы. Ну, в следующий раз ты когда выпил уже после этого? А, скоро. Наперекор? У меня такой, да, я люблю делать назло. И я люблю вот всякие. Я даже так вот в профессии где-то, вот там большинство моих каких-то интервью, я вижу, какой ответ хочет получить журналист, и назло делаю другой. Ну, как бы прикалываюсь. Вообще, мне нравится понятие трикстер. Я его, мне как-то о нем рассказали, я его начал вводить в обиход свой. Это существо из хаоса, которое сподвигает действующих лиц на какое-то действие. Mm-hmm. То есть оно провоцирует, это типа Чеширский кот, это Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря». Да. То есть это, как, блин, от него непонятно, что ожидать. Поэтому, конечно, мне нравится этот образ. Такого героя. А у тебя, кстати, в твоей карьере такие были персонажи? Я думаю, что Мишка Япончик неплохой. А, ну это из этого, из Бендера, да. Из Бендера. Я думаю, что это Гена из «Черной весны». Ты знаешь, я кино запоминаю как жизненный этап, я его не запоминаю как материал. Uh-huh. То есть я запоминаю, как будто я побывал в детском лагере. И каждое кино — это разный детский лагерь. Вот я в детском лагере бывал,
Тоже для меня стрессовое место было, конечно. Во сколько лет тебя отправили? Вот мы там столкнулись с буллингом тогда впервые. Мы только зашли, значит, в корпус, и нас сразу избили. Я и брат. Нас избили, что-то оплевали, что-то только не было, короче. Там прям были порядки. Там были это куда вас отправили? Энергетик, лагерь такой. Ну это здесь где-то? Да. Новосибирске? Я помню, бегал в медпункт, чтобы звонить папе, пожаловаться. А папа, говорю, папа, забери что? Меня, пожалуйста, отсюда. Он говорит, нет, сынок, у тебя есть месяц. И все. И да, так был вообще лютый. Но потом мы, короче, поняли, что мы умеем драться, и стало проще. Юра Борисов в интервью иноагенту Юрию Дудю рассказывал о том, что он для того, чтобы сыграть роль наркомана, он действительно должен был, как ну, по Станиславскому, да, все это попробовать, вжиться вот в эту роль, прочувствовать до конца, что это такое, для того, чтобы сыграть это правдоподобно. Вот что ты делаешь для того, чтобы правдоподобно Ничего. Играть своих... То есть ты такими методами не пользуешься? Это ну, не поможет. Это два совершенно разных мира и состояния. Подожди, смотри, но все-таки по Станиславскому, по которому ты играешь и работаешь, да, я так понимаю, что ты все-таки... Я больше по Михаилу школу. Чехову. А, работаю. Ты все-таки по Чехову. То есть да. Ты не отождествляешь себя с героем? Нет. Я все-таки... Это для меня всегда образ. Это всегда со стороны взгляд. Это всегда оценка моего персонажа. Я его всегда жалею, мне его жаль. Я всегда рассматриваю своего персонажа как вот ну, тот, кому я могу помочь. Просто я больше склоняюсь к тому, что для меня эта профессия — волшебство, а не ремесло. И в этом Михаил Чехов намного точнее для меня и высказывается. Потому что предлагаемые обстоятельства, какой мастер говорит, я еж, поможет тебе никогда. Будешь ты знать там хоть всю биографию ежа. Люди-то увидят ежа, вот в чем факт. Поэтому суть в том, что здесь и сейчас, что увидит зритель. А там готовься, как хочешь. У меня подготовка иного уровня. Вот на что ты готов ради роли? Вот есть и был ли у тебя такой опыт, где ты полностью как-то трансформировался? И внешне, или внутренне как-то заставлял себя в каких-то обстоятельствах? Внутренне я часто трансформируюсь. Я имею в виду, что себя специально бросал в какие-то обстоятельства, ломал себя? Нет. Это только я жду спортивной подготовки или военной. То есть вот такие вещи ты делаешь? То есть такая подготовка обычно? Тренироваться обожаю. Вот. Или что-то, допустим, если это роль, требующая исторического изучения, исследования какого-то. То есть там быт, говор, еще что-то. Я бы с удовольствием. То есть я бы что-нибудь попробовал на другом языке. Я что-нибудь попробовал бы абсолютно перпендикулярное амплуа себе. То есть это что-то молчаливое. Вот что ты еще не сыграл? Не знаю. Я бы, во-первых, очень бы хотелось не сыграть каких-то политических деятелей. Ну вот, Жириновского. Исторических. Ну вот, допустим, Иван Грозный мне бы был больше интересен. А мне кажется, Петр Первый. Или Петр Первый. Ну, мне предлагали Меньшикова недавно. Гинзбург Сережа. И там он такой написан, очень крутой персонаж. Акцент на ком? На Петре или на Меньшикове? На Петре. На Петре. А ты как бы играешь Меньшикова. А я как бы хороший артист, который вытягивает главного героя. Чтоб он не казался беспонтовым. А кто главный герой? Я не помню. Слава богу. Ну, ты отказался. В основном так делают, да. Берут хорошего артиста, он подешевле, и он вытягивает весь материал на себе. А хороший, заряженный мамами, папами. И без него кино не запустится вообще. Поэтому очень часто главные роли играют беспонтовые артисты. И, а смотришь эпизоды, думаешь, блин, как так-то, ёлки-палки. Да вот так-то. Поэтому, доколе будет у нас такая система, будем мы смотреть вялые главные роли. Ты сказал, что ты хочешь сыграть какого-то политического персонажа. Ну вот, Иван Грозный мне нравится. Да. Ну, или Пугачев, или... Распутин. Распутин. Кайф же, то есть это то, что требует фантазии. Потому что все знают их могущество, но никто не знает их быт и слабости их. Ну, то есть, внутренний мир. Внутренний мир. Почему они такие? Вот сейчас потрясающий фильм «Наполеон» вышел с Хоакином Фениксом. Абсолютно ребенка играет. Капризного, плачущего, близкая слеза, у него все вот такое. Ну, его, кстати, раскритиковали за этот фильм Ридли Скотта. Ничего, пускай. Мне главное, что я для себя нашел и определил, что я тоже Наполеон в чем-то. И комплекс наполеоновский точно во мне присутствует. И это, ну, хорошо. Он у всех великих людей был. То есть они все были нереализованы максимально внутри.
Поэтому они снаружи переворачивали все к чертям собачьим. Вот, ну, мне хотелось бы посмотреть, что это такое получилось. Ты говорил тоже в каком-то одном из своих интервью о том, что очень важно иметь образование в профессии. Mm-hmm. Можно без образования? Вот куча народу пишет. Я говорю, вот это то же самое, что, ну, жениться на мужчине, выйти за него замуж, точнее, и не любить его. Странно же, если хирург будет без образования, или там юрист тоже. Но он не будет знать ошибок столько, сколько знает хороший хирург. Вот и все. То есть в чем опыт института? Количество налетанных часов. То есть количество налетанных часов перед зрителями. Сколько раз я попал в стрессовые ситуации один на один со зрителем. Значит, столько же раз я избегу этих ситуаций в следующий раз. А артист необученный сыграет раз, два, три, а на четвертый бабушка чихнет, и он, тьфу, забыл текст. Давайте еще раз. И все, понимаете? Вот в этом учеба. Он может быть не такой обаятельный. Не в этом дело. Класс. То же самое, что не можешь ты стать чемпионом мира, не пройдя колоссальное количество боев. Не можешь. Может, тебе повезет один удар попасть там где-то, но вряд ли. Везет тем, кто много работает. Ну, ты сразу можешь определить да. на площадке, да. кто... моментально. Да. Это интеллект. То есть это интеллект, это быстрая смена и полная уверенность в природе своей актерской. Подожди, ну есть вот Оксана Акиншина. То есть у меня нет вопросов, заплачу я или нет. Я знаю, что это случится. Все, мне не нужны ни карандаши, ни удары по щекам. Ничего, это моя профессия. Подожди, мне кажется, есть среди тех, у кого нет образования, те, кто тоже умеют заплакать сходу. Мало видел. Ни одного не видел. Ну смотри, вот есть там Бортич, есть, кстати, Бодров, между прочим. Бортич не видел, чтобы плакала качественно в фильмах. Ну, это я не могу, не берусь судить, не знаю, но... Ну, я берусь судить, да. Не переживай, я хорошо, знаю. Хорошо. Значит, есть Акиншина, есть Ира Старшинбаум, есть Бодров Сергей, кстати, наш любимец всех, Татьяна Пельцер. Ну да, ну, Бодров, безусловно, хотя, я думаю, при наличии отца-режиссера и среды артистов и творческой вокруг себя, ну, очень тяжело быть неорганичным в кадре. И когда тебя снимает твой папа, вряд ли он тебя снимет плохо, я думаю. Ну, как бы это аналогично. Поэтому я особых... Ну, он же не только у папы снимался, он снимался у Балабанова. Ну, ну все равно, это понятно, но это был... Я просто заработаю с СТВ, я как бы с ними... Я все равно считаю, что у него талант не актерский. У него талант человеческий был. Актерский не очень он талантлив, как мне кажется. Для меня. То есть я не видел там... Это не Миронов Андрей, который фум-фум-фум-вум-вум-вум. Он все-таки в одной краске. Вот подожди, у меня ну, Сереж разные, Бодров. Опять же. Вот все у меня. Вот такие все роли. Он даже нигде вот не крикнул ни в одной роли. У него все вот, он как-то вот спокойно разговаривает, вот так, размеренно. Ну, так, что, обижает тебя кто-то? Ну, вот у него все вот на такой волне. Это несложно. Я это знаю как артист, что это несложно. Для меня это был бы феномен, если бы он не был из актерской семьи. Ну, творческой. Тогда это был бы феномен. Такая органика. Хорошо, но есть Юрий Никулин, например. Это другое. Вот это да. Это уже да. При всем при том, я обожаю Бодрова. Обожаю его передачи про кино. Его органику. У нас часто мастера его приводили в пример, что как он существует. То есть ненадломно, аккуратно, не торопясь. Ну, вот это не моя история абсолютно. Ну, то есть у меня все надломно, все, все резко, вычурно, неаккуратно, не торопясь. Поэтому я думаю, что мысли мне его нравились. То, как он умел соображать быстро. Видно было, насколько он начитанный человек, насколько он умный, воспитанный. Да, образованный. И от него, конечно, этим благополучием веет. И я считаю, в этом магия его личности. Что его хотели видеть просто, чтобы его увидеть, Сережу Бодрова. Не то, что он там сыграет кого-то супер там. Да нет. Но мы знаем, что это будет убедительно. Он вот в тех ролях, которые... Да и вон, я его смотрел в интервью, он же никаких регалий на себя не натягивал. Нет, он вообще скромный очень. И в этом его тоже, ну, как сказать, в этом кайф. Но все равно, то есть, нет у меня такого, что я сказал бы, что это гений.
актерского мастерства. Все-таки я считаю, что это определенная созданная репутация. И вовремя все было показано. И такая трагическая смерть тоже создала как бы ореол героя вокруг него. Но это пантеон, ну, как бы это архетип. Но обязательно разве нужно быть гениальным, чтобы попасть в сердца людей? Ну, мне кажется, это и есть гений. Название. Гений — это тот, кто попадает в сердца людей, который умеет разговаривать на мультиязыке. То есть, а это вот он. Вот и вот. То есть, это посмотрел, и ты все поняла. Понимаешь, вот эта телепатия. Вот я считаю, что гений обязан обладать телепатией, он обязан чуткостью обладать. Кто, на твой взгляд, гений? Гений? Своего времени. Ну, хорошо, нашего времени — Илон Маск. А если говорить про актерскую среду? Наверное, я отвечу, как Сарик Андреасян, Никита Калагривый. Наверное, я отвечу так. Ну, ты действительно так считаешь? Или ты сейчас опять троллишь? Нет, я просто троллю, потому что я не знаю ответа. Единственный, который ближе всего находится, это моя кандидатура. Приветствую. Привет. Ой, какой у вас винтаж тут, класс. Сфотаться, девочка, просит. Конечно, можно. Вы что? Что? Сфотаться, что? Можно? Можно. Можно ли сейчас? Да, как захотите. Лучше сейчас, потому что попозже меня не найдете уже. Да, я возьму одну конфетку. Как зовут тебя? Яна. Яна? Яна. Очень приятно. Ребята, приходите все к Яне. Она работает в замечательном месте. Ну, посмотрите, красотка какая. Приходите. Да, можно я перефотографирую? Можно. Да что ты не говоришь такое? Да? Ой, глупышка такая. Хорошенькая, ты что? Так, смотрите, что мы подарили. Цветочки. Просто потому что симпатичная, красивая девушка. Да, спасибо. Никит, в каких ты сейчас отношениях со своей женой? Прекрасных. Вы вместе? Ну, можно сказать, да. Вы не развелись? Нет. Не расходились? Ну, мы, как сказать, там... Вы вместе не живете? Вместе мы сейчас не живем, но это больше по причине переездов, нежели досуга. То есть все равно мы стараемся вместе с дочерью проводить время. И пока у нас официального развода никакого нет. Ну, у вас сейчас какой-то сложный период в отношениях? Ну, я скажу, что он скорее лучше, чем был намного, этот период. То есть ты не свободен? Тут вопрос такой. Внутреннее? Нет. Внутреннее я чувствую за собой еще ответственность за... И вообще человек-то семейный, просто свободолюбивый. Вот в чем дело. Я думаю, что мне нужно пройти... Рановато я начал примерять на себя роль мужа. То есть, мне кажется, это тоже большая работа, зрелость, чтобы стать мужем. Мне кажется, я буду офигительным мужем лет в 50, но не в 29. С чем это связано? Прежде всего, я как бы хочу всех предупредить, что тут проблема-то больше во мне. То есть моя жена-то абсолютно готова ко всем семейным событиям, а вот я оказался не готов. Поэтому я считаю... То есть испытание медными трубами тебе не удалось? Я считаю, да, что все-таки не нужно быть вместе, если ты... не до конца как бы уверен в этом. И я считаю, что пока что я вот ищу, но я ни в коем случае не хочу там как-то ее окрестить плохо там, или сказать, что это все из-за нее, все, она виновата. Ни в коем случае. Это все скорее я, мои вопросы, мои ожидания. И я считаю, что лучше всего это честно пообщаться. Это будет лучше всего. Потому что неважно, главное, к каким отношениям вы придете. А во лжи жить нельзя. В чем была ложь? В том, что я боялся признаться, что я хочу еще погулять, что я хочу еще повстречаться, что я хочу... Ну, то есть я как бы внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. И получилось... Слушай, это все неправильно. То есть какие-то измены, да, получается? Да, конечно. С моей стороны были всячески. Роман с Агатой Муцениец у вас был? Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится, но он как был, так и всплыл. То есть недолгие? Недолгие совершенно, и это как бы
Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино. Это такая как бы помощь игре. То есть поиск тепла и так далее и тому подобное. Поэтому не думаю, что это... Паша Прилучный не расстроился? Не знаю. Мне кажется, если узнал, то расстроился. Ну, у Паши Прилучного все и так в порядке. Я уважаю его выбор сейчас. И вижу его изменения хорошие при этом выборе. Я вижу, что он как мужчина крепнет. И пока что, ну, не часто вижу, но это все интересно. Это вот, вы знаете, это моя одна из самых главных задач. Как найти золотой баланс? Как не обидеть ни мужчину, ни женщину? И поэтому я читаю замечательную книжку. «Святая проститутка» называется. Если вы читали ее? Нет. Юнгианская философия. Вообще про образ поклонения женщине как, ну, божеству любви. То есть изначально там очень классно все описывается, почему мужики хотят примерную жену и трахать проститутку. И почему этот слом случается. И почему вот мне очень сейчас интересно это? И потому что изначально вообще в принципе все акты любви, они носили сакральный характер. То есть секс нужен был перед войной, перед жертвоприношением, перед каким-то сложным решением. Был секс. И поэтому он проходил там. И поэтому странники, они допускались первыми к жрицам. И поэтому у нас что-то осталось от того, почему так мужчины любят эти бордели. Почему для них? Потому что есть в них нечто сакральное. Есть в этом такой акт. Как бы, и при этом все хотят мир подчинить патриархату. То есть правилам, законам, муж-жена. Скорее всего, не та наша природа, муж-жена. Скорее всего, она чуть иная. Тут как бы... А для тебя что важно в женщине? Для меня женщина, ну, забота обо мне. То есть очень важно, чтобы я чувствовал, что обо мне идет забота какая-то. Ну, я думаю, твоя жена же, наверное, о тебе заботилась? Безусловно, безусловно. Но что-то же, наверное, есть еще, кроме заботы? Кроме заботы есть еще секс. Есть еще честные доверительные отношения. Есть еще диалог, самое главное. Вот, потому что душа душой, но я просто думаю, что дело не в моей супруге. Как сказал один парень хороший, молодой вообще, про отношения, он говорит, ты сначала определись, как бы, это не мне, говорил просто, и перестанешь мучиться. Ну, не будь на двух стульях, определись просто, будь честным. Я не готов к серьезным отношениям. Все, зачем идти в них, изменять, лгать, потом от этого бояться друг другу что-то, а в основном все боятся вообще родителей. А как мы им скажем, что мы расстались? Вот у меня так было, я с женой так только разошелся, все сразу, все, Никита, Никита. Я говорю, господи, откуда вы знаете-то что? Свои нереализованности пытаетесь на мне осуществить? Свои семьи несозданные пытаетесь за счет нашей? Нет. Получилось, что у них же тоже не получилось сохранить семью. Да, да, я думаю, что это тоже часть меня, которая видела, что возможно жить и без одной жены. Я это как бы понимаю, это мой опыт жизненный. И я странник, я нигде быстро не задерживаюсь. Поэтому я думаю, что мне нужно сначала четко определить свой путь как мужчине, а потом уже брать ответственность. Но я сейчас как бы себя ее не снимаю. То есть я все равно, как говорил, я считаю, что лучше мама моей дочери — это моя супруга Александрина. Другой не будет. И я как бы... до сих пор в моем сердце они занимают очень большие роли и места и будут до конца жизни. То есть следующая моя женщина должна будет точно знать, если она появится, что у меня есть еще. У тебя пока нет? Нет. Никого? То есть ты... пока вообще что-то я разочарован. В женщинах? В подходе и насколько легко они продают свои ценности рядом со мной из-за того, что слово «пацана» в их жизни появилось. То есть получается, что они уже смотрят не на тебя, а на, да, условно, влюбляются в образ. Некий. Влюбляются не то, что в образ, а просто то, что есть успех, якобы есть деньги. Сейчас какие-то ориентиры немножко у всех. Поменялись. Поменялись, да. И я не буду скрывать, что мужчины рефлексируют об этом. Потому что наигрались в секс и трахание, и в игрушки, и в раздевалке в Инстаграме,
Я абсолютно согласен с каждым. Если я наблюдаю в Инстаграме обнаженную девушку, то я, значит, понимаю, что она свое тело готова показывать всем мужикам, но на свидании она будет одета. Но в Инстаграме она попу, писю всем показала. Подожди, ну у тебя какой-то роман был с девушкой из «Холостяка»? Виолетта, она приенка или что-то такое? Ну, по крайней мере, так писали. А это тоже роман. Людям хотелось этот роман. Не было никакого романа. Я гуляю себе и гуляю. Меня сфотали. То есть просто это была какая-то одноразовая акция? Компания это была. Компания, в которой мы встретились. Ну, конечно, я вообще тактильный человек. Я всех обнимаю. Я уже поняла. Целую. И меня вообще можно чуть ли не каждую сказать, что это моя девушка. Ну, пожалуйста, я готов на романы со всеми. Ты любвеобильный. Я любвеобильный человек. Нет, ну просто это мне смешно, потому что роман, он, его незаметно. Всегда. И это классно. То есть хочется для себя оставить? Конечно. А это все хуйня, это все. Это наоборот. Посмотрите. А? Что? Ну, я просто даже знал, что будет обсуждать, поэтому мне прям, я специально где-то какие-то вещи, я прям знал, что это будет провоцироваться. Ну, люди этим живут сейчас. Стаканчики увеличивают у меня, картонные. В отражении находят этот стаканчик, увеличивают и говорят, где я нахожусь. То есть, у людей такая сейчас ФСБ-движуха какая-то. Просто, ну прикинь, ты едешь домой, мне чтобы подумать о чем-то там, что можно сделать. Думаешь, так, зайду-ка я. Где этот стакан? Где его видео? Ресерч. Поэтому пускай смотрят на все мои романы. Дай бог, ребята, вам наслаждаться так же жизнью, как я. Сколько раз ты любил? Раза 4-3. Прям по-настоящему? Есть даже у меня вот татуировка с именем девушки. Охренеть. Зовут Даша я. А где Даша? Даша, привет. Где сейчас Даша? Это в Петербурге. В Петербурге. Кажется, она ждет ребенка. Тоже хорошо. Ну вот. Не от тебя? Нет, нет меня. Нет, у меня дочка одна, слава богу, пока. Да. Любимая одна, долгожданная. И я надеюсь, еще детей. Я не зарекаюсь ни от чего. То есть, где я нужен, там я буду. Все. Ты провел 7 дней в СИЗО, да, и за это время, я уверена, тебе наверняка приходили какие-то мысли, может быть, какие-то сны, вот что-то, да. Что ты оттуда вынес, вот, а может быть, какая-то... Смотри. Что это? Смотри, я сейчас быстренько вам просто покажу. Вот, во-первых, такие первые записи. Видишь, Диана добрая, Даша... стеснительная. Это девочки, Миша. Которые там были, получается? Это синовцы. Это кто, ну, кто смотрел за порядком. Дальше у меня здесь вот есть тетрадка, вот, которая вдоль списана с 21 марта. Это дневник. Вот у меня здесь, значит, дневник и сны. Что тут записано? А вот в этой тетрадке я написал поэму и сказку дочки своей. Ты будешь публиковать это? Или это только для вас, для личного использования? Ты знаешь, пока я хочу для нее сделать, так как я занимаюсь озвучанием, иногда озвучиваю мультики и фильмы, и для детей, я бы хотел сделать для нее собственный такой диск и записать своим голосом то, что я написал. И... Потом поделись для моих детей, я им тоже буду ставить. Надеюсь, это будет... Но мне понравилось, ты знаешь. Я вообще скептически отношусь к поэзии, к своей. А здесь мне, к счастью, нечем было заняться, кроме этого. Поэтому я прям рад, что я посвятил вот, каким-то таким детским своим... приколом время. Поэтому надеюсь, что вот она это послушает, это будет интересно. Ну, может быть, вот какая-то главная мысль или идея, или может быть... Есть. Что-то, что тебе пришло за это время. Для людей, что бы я сказал. Вот пока ты там находишься... Я пришел, увидел своего брата, как только вот с ним встретились, я говорю, Денис, ты не представляешь, говорю, на что ты способен. Ну вот, пока я там был в лишениях, я понял, что сколько я могу сделать, если я не актер. Понимаешь?
на что я способен, если я не стану артистом. И мне так сразу легко стало насрать на, вот, на все, что я вот настроил в этом артистическом мире. Я понял, что я просто в моменте тогда захотел стать актером. Вот я и конкретно все, что я хотел, классно. А захочу я стать другим. В принципе, я те же самые применю ресурсы, которые... И то же самое будет в другой стезе. Поэтому я вот бы хотел сказать всем людям, которые запутались и находятся в крайней какой-то степени неразрешимости своих там или в сомнениях, чем им заниматься, или куда, или что у них там закончился душевный ресурс, с удовольствием заниматься тем, чем они занимаются каждый день. Ребята, поверьте, как только попадете в эти четыре стены, ваше дело будет любимейшим и самым полезнейшим для всего мира, как только вы выйдете. Я вот клянусь, вы найдете такие ресурсы его делать. Поэтому я думаю, что все, кто не в тюрьме, вам... Те, кто в тюрьме, ребятушки, я еще раз, я там написал вот в книге пожелания остальным арестантам, что, мне кажется, самое главное в тюрьме не обозлиться на людей. У тебя вот, получилось... Не дай бог ты оттуда выйдешь с мыслью мести, значит, это все напрасно было. У тебя получилось не выйти с этой мыслью? Думаю, да. Думаю, да. Что такое любовь для тебя? Любовь — это забота о ближнем и жертвенность ради него. Добровольная. Mm-hmm. Чтобы тебе эта жертва не казалась там обузой, а чтобы это казалось, ну, тебе тепло стало на душе, что ты снял с себя ботинки и надел на нее, условно говоря. И она своим... Вот это жертвенность, я думаю, что это любовь. Вот если у тебя возникает чувство каждый день безвозмездно позаботиться о человеке, значит, это похоже что-то на любовь, как мне кажется. Ты сейчас счастлив? Во многом нет. В чем? Во многом нет. Ну, потому что все-таки я до сих пор бродяга. И я все-таки, почему-то есть у меня ощущение, что это вообще мое такое бремя. Вот. И думаю, что хотелось бы построить вот что-то такое, что похоже на дом, в моем понимании. И я надеюсь, что это получится. Но если не получится, ничего. Зато бродяжий образ жизни мне дает очень разный взгляд на происходящее. И это мне помогает в профессии. Это то, что мне нужно. Вот поэтому... Что несчастливцев. Есть несчастливцев, есть несчастливцев. Ты сегодня говорила о том, что у тебя нет дома, угу. Что ты везде как гость. Ну да. Ничего своего. Так, может быть, когда он у тебя появится, тогда вот это чувство... Возможно. Пройдет? Возможно. Сейчас вот заработаю огромные миллионы на своих скандалах. И куплю себе дом. Ты сейчас не заработал? Нет, достаточно. Я еще долги раздаю. У тебя большие долги были? Да. Откуда они? Потому что я жил, рожал в Москве, содержал семьи. Все. Ничего я не купил себе за эти года. Шикарного, дорогого. Все отдаю долги до сих пор. То есть большинство моего гонорара, половина — это зарплата сотрудникам, а половина отдаю долги. Все, я даже одежду себе не покупаю. Вот, до сих пор? Да. И еще много осталось отдать? Да нет, уже нет. Уже немного, но как-то это все... Мне не интересен этот ресурс. То есть я с ними играюсь, Я их быстро раздаю всем, быстро их трачу, быстро их... Боюсь я их, короче. Деньги? Их у меня никогда не было, и я не знаю, что с ними делать, и я всегда вот, ну... Как-то они у меня как огонь в руках. Ну, то есть они мне жгут руки. Я не знаю, что с ними делать. Я не умею копить, откладывать, рационально их. Не умею. О чем ты мечтаешь? Создать что-то глобальное с пользой для людей. И мечтаю, чтобы мои дети меня пережили. Я считаю, что у каждого человека есть какая-то миссия на Земле. Вот в чем твоя? Ну, вот мне бы хотелось... что-то перевернуть в сознании людей и
помочь тем, кому страшно. Вот это было бы хорошо. Во что ты веришь? Ой, да много во что. Я такой верующий человек. Ну, первое, что в голову приходит. Ну, не знаю. В силу нашей, так скажем, нашего пространства, где мы находимся. Есть ли жизнь после смерти? Думаю, что это намного интереснее, чем эта формулировка. В чем смысл жизни? Искать смысл жизни. Чего ты боишься? Аттракционов наших дешевых. Фуникулеров, аттракционов всякого. БУ технику. Вот в Сочи сейчас упал фуникулер с 12 человеками. Как это возможно? 12 человек, сука, самый прогрессивный сейчас курорт. Майбахи, эскортницы одни на пробежках с утра. И падает фуникулер. Ну, что за бред? Вот парашюты, вся эта... Вот это, короче, вот этого боюсь. Если бы можно было изменить какое-то одно событие из прошлого, что бы это было? Не убивал бы животных. Ты убивал? В детстве. Ну, всяких голубей, там, крыс. Вот мы там бегали пацанами, рогатки, вот всякое. Вот понятно, как все дети, да. Я бы вот это убрал. Я иногда переживаю по этому поводу. Это был не я, как бы. Это была такая больная сублимация из взрослого мира на маленькие существа. Теперь я не могу и муху обидеть. Есть за это у меня какой-то... Отрабатываешь. Да, и, конечно, я часто понимаю, что я получу за это от жизни конкретно. В чем твоя суперсила? Трудоспособность и воля. Каким ты видишь себя через 10 лет? Надеюсь, счастливым. С кем ты борешься внутри себя? С демонами. И со страшным человеком, который выдает сейчас, обретя силу и могущество, выдает иногда очень жестоко расправу. Но я абсолютно не переживаю, потому что это люди со мной сделали. Когда я был беззащитный, почему-то этим хотели многие воспользоваться. А теперь, когда я отдаю обратно, все жалуются и просят помощи, чтобы защитили от Никиты Калагриева. Было заниматься безбожными вещами. И мое отношение к детям именно потому, что я в детстве много вытерпел всякого говна. Я считаю, что моя задача сейчас их защитить от снобов, от тех, кто разрушает их веру в себя, от тех, кто их бьет, проявляет над ними насилие и так далее и тому подобное. И я понимаю, что теперь я могу дать и защитить, и позвать их к себе, еще что-то. Поэтому я вот сейчас с детьми выстраиваю такую политику, потому что я понимаю, что я вижу, после «Черной весны» мне очень многие писали, меня там бьет папа, меня там помогите, так и так. Значит, я сыграл четко, потому что я знаю, про что играть. Вот, все. А это для детей лучшая вообще тема. Вот у меня такой был бум после «Черной весны». Столько детей, оказывается, живут в страхе в нашей стране. Вы просто представить себе не можете. И вы говорите про популярность слова пацана, как бы. Поэтому вот пока доколе это все будет, я вот буду спорить, орать, скандалить, что хотите, как хотите, называйте, но я сидеть просто не буду. А что спасет мир? Любовь и грамотная коммуникация сильного слабым и умным. Сильный подсадил слабого, тот посмотрел, рассказал, сделал все. Очень грамотная коммуникация. А не так, что сильный пришел, дал, заставил слабого. Тот подумал, потом придумал яд, отравил сильного. Нет, должно все грамотно распределяться. То есть, мне кажется, тогда мы все будем... И почему-то, мне кажется, надо как-то к матриархату потихоньку переходить, к матриархальному образу мыслей, то есть... Девочки, просто лучше. Нет, я имею в виду в том, что я читаю эту книгу и считаю, что правда, у нас жизнь подчинена каким-то волшебным больше событиям и случаям. Если мы из них будем делать систему, выдалбливать из эзотерики конкретные правила, что ты такой, ты здесь, ты так должен, ты так. И все, и пипец, и магия рушится к чертям собачьим. Потому что ни одно вот творчество и дело без вот как бы дружбы не получается.
Ну, не получается. Я когда прихожу на съемочную площадку и не вижу там команды, потому что там просто набрали подешевле цеха. Этого оттуда возьмем, этого с Мосфильма возьмем, это там свой рентал привезет. И все, и получилась шляпа. Потому что нету ни капитана команды. Ну, а мне кажется, что должно все как-то, как организм, само создаваться и притягиваться. Не надо заставлять, вот тоже. И детей не надо заставлять. Говорит, надо увлекать. Кстати, хорошие. Как бы ты хотел, чтобы тебя видели люди? Ну, чтобы я был гений для всех. Гений, великолепный человек, меценат. Вот как говорят об этом Роберт Дауни-младший, когда он железный человек, меценат. И там, что он там рассказывает? Миллиардер, секс-символ. Вот я бы, наверное, хотел какой-то такой образ Роберта Дауни-младшего. С большим пенисом, чтобы он всегда у меня был большой, а не так. Потрясающий пенис у него, чтобы женщины так говорили. Да. Вы это извините, пожалуйста. Это легендарное видео. Я прошу всегда еще всех, говорю, вы на графике хоть, говорю, с полгонорара возьмите. Я говорю, все-таки главный герой, должен же как-то... Надо прилично. Превосходство должно быть какое-то. Что бы ты сказал маленькому Никите? Маленькому Никите, что, что он всех победит. Чтобы он не ждал этого от жизни. Так оно и происходит. Все те, кто сделали зло в моей жизни, они получают по заслугам. Вот. Тебе важно, чтобы тебя любили? Да, безусловно. Я, кажется, это моя вот вообще одна из тоже миссий. То есть я ее ищу. Как говорит мой психолог, он говорит, ты такой тактильный, потому что тебе не хватало. Тебе надо от всех забрать вот этого. Я хотела сказать, что мне кажется, что как будто бы тебе в детстве тебя не хвалили, или тебе мало было... Ну, меня твоих... вообще не хвалили, так скажем. Больше говорили, что скорее все плохо. Вот поэтому... Что у тебя не получится. Что у меня ничего не получится. Вот элементарный завязывание шнурков, а уж про мечты говорить не стоит. Поэтому это моя борьба с самого раннего детства. Ты сам собой гордишься? Конечно. Родители тобой гордятся? Как тебе не кажется? Знаю, понятия не имею. Тебе никогда не говорили? Нет. Для тебя это важно? Нет, потому что они этого не говорили. А если бы сейчас сказали? Это тоже не важно. Уже все? Уже все. Поздно пить боржоми. Вот. А что для тебя важно сейчас? Дочка, чтобы мы гордилась. Это да, это будет поболее важнее.